о существах. Тристан это кто? Это Керри, не Керри? Тристана похожа на Кэрри, у нее огромная пушка. Но где написано, кто она, не написано. Тристана. Ладно, блядь, я честно не знаю. Я вот беру какую-то хуйню и все, и меня устраивает. Фьорд, да. Мне бы еще разобраться с тем, как эту игру транслировать. Тристан лучше Ярику играть, чтобы получать удовольствие. Так я и взял Тристан. Сейчас буду получать удовольствие. По крайней мере, она выглядит круто. Лол, как бы не зря во всем мире обогнал популярности Доты, и вопрос времени, когда в СНГ будет то же самое, никогда не будет такого. Тристан, райт-клик, керри. Ну, поехали, я на снайпере играю, мой герой. На Тристана я помню, я же играл в Team Fight Tactics, она там была среди йордлов, да, такая маленькая девочка с пушкой огромной. Волош, это что, профессиональный лолер, что ли? Ушел из Доты в лол. Советы тут дают, жесть. Так, и где моя Блин, мы загрузка? потеряли бойца. Я, по-моему, взял Игнайт, Андрюх. Или там Что? Анхаус. Не-не-не-не, тут мне советуют в чате. Советчик. Там есть хомяк Тима, говорят. Ну, вообще, если есть хомяк, я куплю его. Почему думаешь, в СНГ не обгонят лол? Потому что, по-моему, Riot очень поздно спохватились за СНГ. Кто-то Так. заслужит. Тристана, Брент, Зайра. Я не знаю, что я делаю. Скиллы мои. Как посмотреть скиллы моего чара? Ты похож на Но у меня, по идее, герой огненного человека. поддержки. Аня, погоди, ты Зайра. Ты похож на какую-то девушку, Да, кажется. девушку с грудью. Я С похож. грудью и почти голая она. Да, почти голая девушка с грудью. Это вот я. Это вот твой герой, ну неплохо. А вы по девочкам, понятно все. Да не, ну что, сразу началось. Так, ладно, как скиллы прочитать? Есть время у меня, да, немного? Так, купить ботинок? Это как, ботинок берут люди на лайн или что берут? Хилки есть какие-то, смотрите, не более 5 одновременно, не более одного типа зелья восстановить здоровье. Слушай, Какие-то ну мне кажется, надо варды, взять хилки. что, блядь? По-любому это. О, защитный тотем я взял себе, на халяву дают. Так, Игра. чел, а я с тобой куда иду? Вверх, по идее? Или... Ладно, я не знаю. Ну пойдем вместе куда-то. Пойдем, ну вниз Пойдем пойдем. вверх. Блять, Пойдем мы вниз. должны Пойдем быть... вверх, пойдем вверх. Да, чел, Так. Ну, команда чел, может мне быть надо против. разобраться. Так, мне надо понять свою скорость атаки. О, чел, так я просто увеличиваю свою скорость атаки. Это отлично. Смотри, какая у меня классная девчонка. Девчуля. Игнайт не взял. А Так, а крипов скажи... блочить нельзя тут, ничего вот Не это. надо, А, надо. подожди, так... Я не знаю, куда кому... А, ну давай, да, все так, все отлично. Так, парни в чате, подскажите, что качать, я не помню. Блять, почему здесь нету какой-то штуки, которая мне бы сказала бы, что качать сразу? Да, это вот странно. Вся симпатия у вас приземление магической короны, мешает скорость приземления на 60 при убийстве чемпиона. Время придатки обмене обнуляется. О, прикольно. Разрывной снаряд, убитый автоатаками 300 взрывать, нанося магическую урону прочим врагам. А, это типа... Чел, О! чел, блочим, блочим, чел, чел. Чел, они не блочат, чел. Так, какие-то колючки. А Ладно, я буду так вдруг тут все. человек уже внутри сидит? А, знаю я этих хитрецов. О, чел, смотри, я семечки какие-то делаю еще. Так, надо как-то крипов добивать. О, они переагриваются, как в доте? Что? Давай, чел, жарих. Чувствуешь, как я ему наебал на это написал? Нет, ты даешь, ты даешь. А, так ты О, виноматишь, бля. мне я могу зарабатывать золото с помощью предмета поддержки. Ля, смотри, какая-то, ой-ой-ой. Они что-то там стреляют у нас. Человек, я да не понимаю, как У это. меня пока нет скиллов, чтобы стрелять в них. Я такой бам. А, я за каждую тычку получаю плюс 15 голды по герою. Чел! Звучит очень жестко. Опа! Этот не получи там только Я не на ебач. щите. Я вижу. А я хилку юзаю, смотри. Что-то как-то она медленно хилит, пиздец. Это типа тангус у местного. Да, он сбивается? Чел, я столько бабок получаю. Нет, хилки не сбиваются. Очень удобно. А стоп, почему я не получил сейчас бабки за удар?
Алло, где мои бабки, игра? Вот, плюс 15. Плюс 15. Плюс... Не было плюс 15. И опять не было. Это вероятность, может, у меня какая-то есть? Так, а это что? Смотри, он что-то, блядь, выпендривается у нас. Чел, а ты не получишь въебать случайно? Не знаю. Я же не знаю, что делает противник. Получается, получил въебал. Если бы я знал, что он делает. А, какие-то блинки, а у меня тоже, наверное, какой-то блинк есть, да? Он а не, он не сдох, чел! Нет, да. Надо, только бежать на лайн можно. Так, а что можно купить? Щиточек какой-то? Нет, это все мне явно не нужно. Так. А вот это что такое? Становится вашим чемпионом? Ооо! А, у меня так исцеление какое-то было, оказывается. Скорость передвижения сквозь бойцов. А-а-а. Слушай. Тут что, дополнительные какие-то эти, да? Таланты типа того имеются. Да, 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 у каждого. Ох, бля. Блин, союзник убит, чел. Ничего страшного. Противник убит. Ай, хорошо. Изи, 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 мужики. Отлично, отлично. Блин, я не понимаю, как этот артефакт мне бабки приносит. Все, что начну. Ага, автоатака им дает золото. Так, а вот она чем-то стреляет у нас, эта подруга. И ставит какие-то штуки. Изи, изи. Интересно, мне нужно качать второй скилл? Я пока как бы не делаю этого. Так, надо варды вроде как ставить в этой игре еще. А, тут варды есть? Смотри, чик, чик. Это больно дают в рот, чел. Почему мой чар пока не дает в рот? Непонятно. Возможно, еще придет его время. Так, вардишончики, вардишончики пошли. Сори, сори, сори. А, нет, нет. Ладно. Мой чар мне, короче, о, сори, ты готов? Снайпера. Сейчас ёбку устроим. Хочешь? Так у меня же хп нет. Ну, боковым что-то постреляю. Давай, давай, сейчас смотри, смотри. Ля-ля-ля. Обосрался я, чел. Опа! Размен, размен! Не будет размена. Так, ну что это такое, ботинок? Чел, я дал размен. Я убил врага, у врага серия убийств. Опа. Так, предметы. Мне нужны предметы для суппорта. Где их мне приобрести вообще? Я заградил ботинок, короче, себе. Надеюсь, что это несет какую-то пользу. Так, ладно, что у меня делает ультимейт? Вот хороший вопрос. Огромное пушечное ядро на 7300 магической урона, бросаю его от себя на 600 единиц. Хм. К нам пришел какой-то ганкер и сдох. Красава. Понятно, короче. Фидер. Так, 7-3. Мы пока не лидируем. А, слушай, мой чар неплохо отпушивает. Да мы попались с какими-то кибердрочами просто. Ну, конечно, спортсмены сидят там на буткемпе. Ну, ничего, ничего. Я не понимаю, что мои говёные семечки делают вообще. А-а-а, ебать. Чел. Ты видишь это? Это время твои семечки ебошили? А ты не понимал этого? Я вообще понятия не имел про эти семечки вонючие. Серия убийств. У нас бустер в миде. ММР-турист. Чел, чел, меня ебут. Нормально, нормально. Слушай, а что за тотем? Вот я поставил тотем, что он дает? Не знаешь? Это вард, наверное, какой-то. А, это вард. О. Тотем, блядь. Так, у меня есть ультимативная. Пусть я вот так вот чик-чик. А их ломать можно, интересно? А чё, может быть, нам надо какого-то мобали нет, снова? Тебе надо качаться, забей хер, просто качайся. Качаюсь тогда.
Хилки тут, конечно, какие-то говёные, говнистые. О, чел, нихрена себе мне тут позиция. О, смотри, он хочет меня, он хочет меня. Ты видишь? Подкрадется, крадется. Опа. О, чувак, да кому вафля, алло? Так, или тебе вафля? Не знаю, не знаю. Блять. Ну у него чар хилится как-то, чувак. Так, парень, скоро за гангу на топ. У него чар подлечиваться умеет, а мой да, нет. Да, у него от дыма же хилится, по-моему. Бля, лайфстил получается, да? Так, что я получил? Магическая комета перезаряжается. Это интересно очень. А вот это что за чар у него бегает? Вот это вот, которая девочка, которая стреляет в нас какими-то кортиками говна. Хуй его знает. Так, парень, ганга на топ. Давай, я здесь, он меня захочет взять. Я так, буду подкрадывать. А как вард использовать? Так, а что это нам дает, значит? Заряжается что-то. О, смотри, смотри. Я подкрадываюсь к челу, к человеку. На вот этому, вот этому. Минус один, нах. Сюда. Давайте, пока. А чё? Я бы, блять, ульту нажимаю, ребят. Ёб твою мать. Чуть-чуть не хватило, чуть-чуть добить. У неё много урона. Так, сейчас теперь я скажу вам, что делает у меня ульта. Плюс 40 силы атаки. На предметы, скоростная пушка. Она собирается из какого-то говна. Ага, какой-то меч купил, еще какой-то плащ, рвение. Бля, сложно. Есть предметы на увеличение ранжа атаки? Да что ты за говно такое? Да я хотел нажать Чел. На хилочку, но я думал, что он меня не пробьет так быстро. Чел, конец серии убийств наступил. Я, ну, да, наступил. Подожди, наконец. А в лесу здесь кач идет или не особо? Ну, по-моему, тут лесники больше качаются. Да, я пошел убил какую-то залупу в лесу. Такая это кто такой? Тут никого так, нет. Меня тут гангают парни. О, я иду на помощь. Ассистанс идет. Ну чё, будем ебать их? Ты можешь ебать? Можем. А почему у него 9 уровень? Это большой уровень, кажется. Опа! Так, а помогу. Этого? А там идет допомога ему или нет? Так, бежать. Чел, я упал куда-то, тут враги. А чё, мы не можем его трахнуть? Не. А вот этого большого? Это лесник обычно, по-моему, должен забирать такого челика. Ладно, тогда я пошел. Я на допомогу бегу. Тогда я пошел покупать предметы дальше. Так, я купил плащ ловкости. Ага. А что плащ ловкости дает? Ловкость. О, охуеть. По-моему, нет атрибутов. Ну, не важно. Противник убит, союзник убит. Ребята, что делается? Да гибнут люди. Гибнут. Я в центр. А как, что значит, блять, скрытых тотемов установлено? Как мне установить скрытые тотемы? Так надо было купить их. Так у меня есть они, я вроде купил все. Чё это за говно на меня бежало? Так, мужики, сориентируйте, я правильно это поставил? Скиптер релайн? Да, верно, что правильно. Бегу на топ. Надо далеко, ребят. Ну я отдал в рот человеку. Так, а как мне скрытные тотемы эти говна устанавливать? Тотем контроля, лупа оракула, защитный тотем. За лупа оракула. А где скрытый тотем? Так. Ооо, погью. Мне нужен какой-то предмет, короче, который дает лайфстил. Какой, блять, один? У меня нет никакой кнопки один, блядь. Лес стоит немало сюрпризов. А, это есть он. Так я его, секундочку, я же его поставил вот сюда вот. Или мне нужно, чтобы в одно время у меня стояли тотемы эти? Тупо на огненном лече играю в натуре. Я убил противника, ребят. А, так у меня был все это время блинк. А я его не прокачал.
Так, а тотем контроля что делает? Так, я пытаюсь собрать предмет, но пока у меня не получается. Андрюха, давай мы вышку с тобой поломаем, потом разберешься. Где я, блядь? А? Сука. Опа. О, ребята, я купил скорострельную пушку. Есть на вышке такие, типа, из-за них золото дают до 14. Скорострельная пушка. О, плюс бабки. Чем, блядь, меня хочет? Так. Просто ты, что-то ёбка сейчас какая-то. Короче, скажите, как называется бред, который дает лайфстил? А вот, я нашел, все, кровопийца. ГГ. Так, да. Наша башня уничтожена, говорят. А я сейчас тоже буду уничтожать им башню, они-то думают, что... Опять, блядь, скрытый тотем один из трех. То вы что, охуели, что ли, совсем? Бля, ебать, башня крепкая, конечно. Ваша башня уничтожена. Ой, у нас уже две башни уничтожены, ребят. Да, надо как-то дефать. Да я просто хочу выполнить этот первый квест вонючий, чтобы что-то получилось. Кинжал ставит тотем. Чего, блядь? Ебать. Готов ебать их? Я готов. Что за имба? Потому что они не дадут напасть. Противник убит. Опа, противник убит. А чё, я могу вниз перейти? Там есть кого убить? Не особо. Может, на тебя быканут, и мы нападём. Привет. Ты не сменил теги под стрим? Луль полетел по ним. Ставь ЛГБТ плюс. У меня ХП совсем кончилось. Ой-ой-ой-ой. Так, и чё, мне это говно изменилось, интересно, или нет? Скажи Плиздреда, что у него заряды на кинжале. Три заряда, три тотема каждый раз обновляется при заходе на базу. Да я так и понял уже. Ну так, все, начинаем уже уничтожать башню. Вот это все. А что тут можно в лесу вообще найти? Что-нибудь полезное есть тут? Пизды. Ну, всякие бафчики. Ну, красный баф, по-моему, это для, о, типа, у нас там мужчина... для тех, кто физой хуярит, а синий это... Мужчина выжил дракона, выжег. Огонь разгорается. Это мы, по идее, какой-то баф получаем в дракона чешу? Да, по идее. Что это такое? Это хорошо или плохо? Вещи не всегда такие, какими кажутся. Так, просто меняется, видимо. Значит, стрёмно. Так, ладно, пойдем прожарку устраивать. Я пока качаюсь, я на кэче. А, нормально? Ну ты на кэче, а мы должны прожарку устраивать, очевидно. Ну я же кэрри, типа. Качаюсь пока. Ладно, снизу прожарка будет. Можно вышечку на ботик подломать. Ебать, тут на кэче что происходит у меня. А, я... Это ошибка была, нажимать телепорт. Сука, конец серии убить. Так, ладно, нужен какой-то лайфстил. А, сила атаки, сила... Во! Да, сила атаки в двери, да? Нападение какое-то пошло. Вот это возьму. И еще вот это. Нормас, нормас. А, вот это что такое? Это темп контроля. Мы 3 в 2 сосем. Да я не понимаю немного. Мне нужно побеги какие-то устанавливать в ульте, чтобы она работала или нет? Так, иду наверх. Не, я пытался нажать этот скилл, но просто он пропал. Так, это у нас сила. Так, у Андрюха, походу, тяжелый герой. Но он непростой, да. Так, это виномансер.
Клятый. Клятый виномансер. Я бы виномансера не назвал, просто сложный игра. Но, видимо, это немножко другой виномансер. Не, ну давайте он тоже такой не самый простой. Давайте виномансер. Мне кажется, ладно. Это макро-герой. Наше мнение разделилось. Я понял. Че, парни, давайте на боте их этот... На боте? Короче, мы же эти макро-игроки, мы же дотеры, я сейчас пропушу немного. Да, нереальные макро-игроки. Так, что, макро-игру снизу показываем сейчас? А вы просто... Всё, я тогда вышку буду забирать, раз вы просто трахаете. Это рядом, что все его побеги, здоровые пассивки активируются от всех остальных его скиллов, поэтому нужно их все комбинировать. Я в курсе. О, ребята, так мы уничтожаем башню за башней буквально. Сейчас, а, так я сплитом занимаюсь, как настоящий дотер. Так, делаю жарку. Побеги там вот это все туда-сюда сосал ты. А здесь жирный чел какой-то. Ну это танк, да. Мы его оттрахали. Конечно. Но я потратил ульт. Я тоже потратил все. Красиво пишет. Красиво, согласен. Нормально, нормально. Я тир 2 вышечку забрал пока. Хорош. Давай, найс, лампос, найс. О, смотрите, говно. Блять, как больно на самом деле. А вот есть какой-то аналог БКБ или что-нибудь такое? Сомневаюсь. Ты есть какой-то артефакт, который делает тебя типа неуязвимым на время? Ну, вот я его покупаю. А, как называется? Я хочу такой предмет. Мне кажется, это не для тебя. Толкните, чтобы закрыть. О, как? Осколок истинного льда. Да как закрыть-то, ёб твою мать. Блять, на какие кнопки у меня тотем эти вонючие? Короче... Как... у меня есть. Так, я думаю, что надо как-то этот немножко бэкануть. Блять, меня начинает бесить лол, ребят. Это нормально? Да, вполне. Вот. Потому что у меня просто на экране зависла какая-то херня. У меня ульта сейчас будет. Ладно, я пошел с вами драться, я что-то один я не справляюсь. Походу мой снайпер. Бегу к вам, но я буду сейчас крепко. Черепахами. Это я все еще бегу, блин, я не использовал очень чешу. А черепки уже нет? О, я вижу человека. Мы можем вышечку поломать, походу. Надо все это, правда, аккуратно делать. Так, а что, я готов их страхать? Не, мы не готовы, по-моему. Какие-то родовые очень. А чё, как не готовы? То смотрите, ёбка идёт же, дикая, бам-бам. Почти, почти получилось. Так. Ну, вообще, мы были готовы, мне кажется. Да мы были. Мне тоже так показалось. Так, и чё? Так, они сейчас, по идее... Как поставить? Пойдут ломать этого дракона там или какого-то еще мудака. Как бы они не сломали нашего дракона. Тут еще столько можно увидеть. Скрытый тотем. Ладно, короче, ты этой залупой ставлю варды, я понял. Это бесплатные варды в игре. Варды? Это макроигра получается. Да. Макрогерой. Макроигра, да. Что, мы можем дракона этого убить? Пойдем. А черепаху не надо убивать, которая рядом ходит? Я думаю, надо пойти подраться, парни. А вот это вот нельзя убить девочку, которая на нашем варде стоит, смотрите. Мы убили друг друга, типа, да? Я убил их главного, остальные на вас. Да, парни, все, похоронил челиков. Это молодец ты. Я купил кровопийцу себе. Говорит, я похоронил. То, что я там наяривал им, конечно, блять. Я пиздец ему урон нанес-то.
Я очень много тоже. Ладно, Андрюх, мы молодцы. Да, хорошая работа. Командная. Так, это что за рофлер? Ой, у нас пиздили дракона, парни. Это плохо? Плохо. Ничего страшного. Нихера ты задар, Андрюх. А ты думал? Так, я думаю, надо уходить, Андрюх. Слышь, надо ебать их. Я бегу. Ну это фейк-очко. Так это вообще кто это такой? Это вот я человека убил, считайте. Я убил чемпиона у них. Бля, как же я ебашу? Так, короче, я понял. В скобочках не понял. Я не знаю, сколько мои вот эти вот мудачки, вот эти вот, наносят урона, к сожалению. 103. То есть от моего АП они наносят дэмэдж. Понял. Из-за мудачков, сори. Андрюх, там тебе советуют хил нажимать у тебя на F. Я знаю, я нажимаю иногда. Блин, как же я ебашу. Ебать, там ниндзя какой-то меня развалил. Да, как хоть понять, что у него за предметы куплены? Тут можно как-то посмотреть это? Ну, в инвентаре там... У enemy на тап нажимаешь? На тап нажать просто тоже. Блин, там этот... Уничтоженного короля и сабля задиры. 40 сил атак, скорость атаки в империи. А у меня что за предметы куплены? У меня кровопийца... Скорострельная пушка. Два кинжала. Ага. Ну, у тебя... Ну, кровопийца, по идее, когда у тебя нет дэмэджа. Ну, сам понимаешь, типа, ну, хоть у тебя лайфстил, если нет дэмэджа. А вот у меня есть дэмэдж. Ну, ты какой-то сосал. Ну, это я шучу. Ну, так у меня же есть скорострельная пушка. Это какая? Да, дэмэдж. Да. Да не, нормально. Так. Урон есть, урон есть. Нормально. Чё, любовь на мид устраиваем теперь? Можно. Куда ты там пошел? Кого ты собрался? Давай сюда, блядь. Сори. А что, нам надо, наверное, какого-то дракона убивать или что? Что это такое, блядь? Я не знаю, чел, они просто высирают, по-моему, что-то. Ребята, да, что какая... делается? И все, и пойдем. Как же мы играем, парни? Да все, накидываемся им на лицо и делаем это. Мне кажется, КБУ пора переходить в лол. Так да. А чё, трон? То они... остались! Оооо! Лёгкая. Next. Хостуйте нам следующую игру. Похвалить союзника. Так, Тристана. Хорошая игра, сердечко. Тристана, молодец, умничка. Спасибо. Вот это... Вот, знаете, сколько мы играли? 3 минуты примерно? Охуенная игра. Так... Зайра, не терял духа. Сыграть снова. Давай. Снова. Блять, отличная катка. А, подожди. Так, Тристана. Чекни урон в деталях. А, кстати, да. А почему я... Это, по идее, можно как-то... Профиль или что? Вот, история игр. Слушайте, а у меня, например... Последняя игра, ну-ка смотрим, дэмэдж. Justice 12900, 10000 NSK, ну нормас, блядь. Так, а что тут дальше? Это убитые крипы, видимо? Убитые... Слушайте, я клиент сломал. А, это получено золото. А что по дэмэджу, простите? Зачем ты сломал клиент? Ну,
Не-не-не, это, по-моему, золото. Так вот, у меня 28, да, я нанес 28 вот. Тысяч. 20... Короче, мне сложно понять, что мои я сделал. Мои 15 были здесь. Я закрою клиент, я заново за. Чел, а если мы найдем игру? Я не знаю, что будет тогда. Ну ладно, чини клиент, пожалуйста, почини клиент просто. Клиент отвратительный, просто ужасный. А есть какой-нибудь дота-баф по этой игре компьютерной? Мне просто нужно понять, какой-нибудь хороший герой. Типа, у меня хороший герой, но мне показался он, кстати, неплохим. Но, с другой стороны, это такой, мне кажется, более мидер, что ли. op.gg пишут. Это что значит? Сайт. Сайт называется op.gg. Так. Что-то с этим. Я объясню. Ну, типа... Все, я не могу играть в лоу. Не, нет, зайди, пожалуйста. Смотри, я сейчас объясняю. У меня место клиента игры. Написано задание. Задание 1 выполнено, добавлено новых заданий 5. И типа можно якобы выбрать какое-то задание, но нельзя выбрать. Ничего нельзя нажать, ничего нельзя, и все. Больше никуда нельзя нажать. Кнопку ОК нельзя нажать, никакого эскейпа нет, ничего нельзя нажать. Че это, блядь? Как бороться? Я прослушался, но зайди, пожалуйста, давай поиграем в лол. Просто нажми эскейп, сказали. Спасибо, это сработало. Вот, ну чел, нет кнопки крестик, нет кнопки окей, ничего нет, блядь. Это интуитивно, непонятно. Какого так, хуя? А как называют моего героя еще раз? Я, кстати говоря... А, нет, погодите. Опа, зову вас в пати. На ком я играл-то вообще, блядь, сейчас? Уже в пати, 6. Все, нажимаю найти игру, ребят. Так, короче, смотрите, топ-5 шаров. Тарик, Йорик, Блицкранк, Клэт, Леона... Вот я вот не знаю, где я свой это говно... Я бы еще... А, Зайра, да? Сейчас смотрим, сколько у нее процент винрейт. 51%. Ну, нормас! Она, в принципе, такая... Ну, нормально. Короче, отвечаю, Тристана идет в мид сейчас. И там ебет. Это снайпер. Тристана — это снайпер. Она идет в мид. Или не идет в мид? Это как тебе уже угодно, в принципе. А почему мы не ищем игры? Мы ищем. Мы не ищем. Понимаю. Так. Что-то конечно. Дождаться лидера группы. А кто идет лидер группы? Так, все, я на месте, я на месте. Ой, ты этот ретард, он не нажал кнопку, мы уже нашли игру так. Сорян. Скажи Нессу, что Ешку Тристана можно на товара кидать. Опа! Плюс информация. Я так понял, надо было качать прыжок, который я не качал. Так, ну короче, хорошо, я буду тогда закреплять Зайру сейчас. Хотя, откровенно говоря, это не самый популярный персонаж. Да и, в принципе, поебать. А, сейчас, секундочку. Ешку максимум перестань, а там плюс дэмэдж, да, тебе? Халявный. Это как... Короче, я понял, это снайпер. Ешка — это как шрапнель почти. Ну, в смысле, не шрапнель, а хэдшот. Стреляешь во всех, такой бам-бам-бам-бам. Так, мне нужно как-то поджигать. Так, а у меня... Вот у меня маленький выбор, у меня нет чемпионов, у меня есть вот маленький выбор чемпионов. А, погодите, а нет, Тристана есть. Тристана, Кайн, Лисин, Эзре, Сона есть. Как понять, кого выбрать? Конечно. Сона хороший чар? Сона. Кто-то знает вообще? Ладно, буду на Тристане пока играть. Так, где там моя эта залупа? Зайра. Подтвердить. А мы идем в ущелье призывателей. Жестко. Ну все, ба. Так, ребята, сориентируйте меня в чатике, что качать. А, бля, я не взял Игнайт. Не, это игра дельная игра. Дельная. Одну для людей. Я говорю, 3 минуты мы сыграли игру, через 1 минуту мы уже в следующей. Не, во-первых, мы играли минут 10 игрой.
Окей, а во-вторых, ну знаешь, игра может это для людей, но клиент не для людей. Клиент для, я не знаю, для кого вообще его сделали. Я просто удивлен, ну, что у этой игры настолько уёбищный клиент. Он супер уебанский, это правда. В чем проблема, сука, сделать 26 минут, если что, мы играли игру, говорят. Просто время в ЛО летит незаметно. Да, он перед 26 минут ужались в 3 минуты. Он пришел на Лидию, он поставил спору свою. Еще что-то, хоп, игра закончилась. Ну так и было примерно, да. Снайпер — это Кейтлин. А у меня нет Кейтлин. Пать, пока я не готов в ЛОЛе героев еще. Пока не готов. Ну, возможно, сейчас я накоплю местные валюты и куплю кого-нибудь. Ну, это вряд ли. Там дорогие типа герои? Черики? Ну, тут надо много играть, да. Ну, может быть, типа... На одного какого-нибудь хватит. Вот, кстати говоря, в ходе довольно быстро копятся бабки на героев. Мне нужно пописать. О, окей. Да, я не помню, какие бабки. Так говно так долго грузится. Ребят, а так там, типа, зависит, по-моему, от того, как кто прогрузился тут. Короче, так, ну, чел, ну мы на линии с тобой, да, естественно. Ну, вроде говорят, так и надо. Оптимизация, на удивление, отвратительная, конечно, в этой игре. Да. То есть и грузится супер долго, и. Ну, кстати, возможно, это одна из причин, почему у нее не играют в СНГ, потому что компьютеры в среднем похуже, чем везде. Тут общая загрузка у всех, говорят просто. Ну, все долго. В Доте на любом пентиуме там третьем загрузится, наверное. Так, еще раз. Почему-то я смотрю на скилл билд, как прокачивают. Так, мы на топ идем, да, Челяб? Первое Q, V, E... А, чё, так щит Дарана. Щит Дарана дает регенерацию ХП. Есть инфа, почему максит кушку? Мы на топ или на бот? Куда мы идем? На топ. А вроде на бот нам сказали, или на топ. Да похуй. Все говорят вниз. Ладно, пойдем вниз. Надо вниз, идем вниз. А какая разница? Хотя забей, там пошел же какой-то хуй. Давай так. Пойдем. Вот, это просто рекомендация, говорит мой герой. Это не обязательно. Не знаю, типа, люди говорят, что надо максить кушку, но... А можно убрать аквикаста? О, убрал. Идеально. А еще? Сильно скейлится. Тут стан дюрейшн растет. Миньоны были призваны. Блять, что за... А, ладно, пофиг. Тут еще... А что дают-то вот эти штуки твои? Высираешь ты которые? Какие? А, смотри, я вот ставлю такую хуйню на них, и они бам. А-а-а. А, кстати, смотри, я ошибся, получается. Мне надо было сорать семечками на центре где-то здесь. Ну да. Да похер, чел. Это блин, как вард ставить, интересно? Так, и что это за хуй пришел? Ну-ка сюда иди. Да, но он на очке. Ну я все, я зоню нищеброда. Хотя он сейчас получит все, что нужно ему. Не, нам все-таки против даблы выгоднее, потому что мне очень нравится, когда я могу стрелять по врагам. Вот я на вышку кинул их хрень эту. Жестко. Ну, видимо, потому, наверное, и говорили вниз, что тут один чел, видимо, приходит наверх, или как? А один чел, судя по всему, потому что, ну, что-то говорили про разницу... А у них лесник, видимо, понял? Про разницу товаров. Тут же лесники или лесники не с первого уровня? Ладно, чел, похуй, мы просто сломаем тавер этот.
уже да. Но Тавр уже страдает, как бы. ХПшку теряет, ХПшку теряет. Я ХПшку теряю, кстати, ёпта. А это что за персонаж такой? Я не ебу. Но он дает. Лечись, брат, просто. Лечись. А я лечусь. Лечись, братуха. Не, он думает, что-то он нам сделает, но ему такая пизда. Ну ты бы не добил этого все равно. И этого не факт тоже. Да, это правда. 120 голды заработал уже с тычек своих могучих. А ты тычки по энами зарабатываешь, да, голду? Или... Да, поэтому мне нужно, вот он такой подходит, и я такой ему чик-чик-чик, смотри, да, чик. Ты вот из-за того, что дряк... бьёшь, тебя тавр нельзя. Нахуя. Так что, посмотри, не сдохни. Так, короче, мне было написано, что щиток будет что-то регенить, он нихера не регенит. Бля, тут какие-то задроты загангали меня, чудеса. Так это щиток-то наебал меня, он не регенит ничего. Она пишет, что пассивно ставит 6 здоровья каждые 5 секунд. А, каждые 5 секунд. Получается, все, получается, не обманули. Че, как же мы жарим? Да как же мало денег дают за грибов? Тавр почти этот хуй сосили уже. Блин. Самое главное. Так, союзников убивают. Слушай, возможно, нам действительно стоит... На другую линию ходить? Ну да, я не знаю. Я не понимаю. Мне тоже. Да это больно. Это Void Spirit, короче, какой-то у него. Да, это фокусник. Новый уровень дали. Ну что ж, дельная история. Зря, почему он четвертый, и мы два четвертых, так должно? Не знаю, кстати, ходсовская система. Не, ну тавр... Так, парни, у меня миссует медак. Сия. А ты в помойку? Не-не-не. Решил. Ну, практически, я на базу. База это помойка? Нет, так, это да. Не помойка. Так, слушай, может ты там один останешь тогда, я пойду... Да нет, тебе надо, брат, там стоять качаться, а я могу бегать, качаться. Что-то делать. Качаться. Тогда я пошел качаться. Так, давайте подумаем, что купить нам надо. А вот атакующие предметы есть. Основные предметы, ранние предметы. Я могу... Я в ГИС, короче, пойду к челику, потому что там что-то сверху как-то сосало какое-то, да? Ты же справишься с соло, правда? Ну да, наверное, не знаю. Сначала 5 уровня, правда, а я 4. Ну, мне кажется, да. Тут же вышки суперсильные. Ну, по идее, да. Защищают меня, так сказать. А то что я мало денег зарабатываю из-за того, что я не бью никого. Опа. Что это за демон к нам пришел? Что это за музыка? Да. Нормально, да, загангл нам мужичок. На очком, на таком очке. Ну-ка, давай мне бабки свои. Мне кажется, этот чел нажал на меня ульт и обосрался, но я не уверен, что это был ульт.
О, это... Что это, блядь, за дичь такая пришла? Гангстер какой-то. Гангстер. Он из инвиза, по-моему, даже выбрался. О! Это гангеры! Ребята. Что началось-то, блядь? Короче, на меня какой-то ниндзя накинулся тут сверху. Да. И стоит, теперь смотрит. А я... А чё это? Это иллюзия, по-моему. Иллюзия? Да вроде нет. Он просто почему-то стоит тут. Хер разберёшь, чувак, хер разберёт. А чё непонятно, сколько что маны стоит? Сука, на скинах не написано, сколько они маны стоят, хуя. Ну, написано, что надо наводить. Как я должен понимать? Бля, Блицкрэнк, ёбаная дичь какая-то, вот что могу сказать с уверенностью. Блицкрэнк. Это герой с хуком, кусок дерьма какой-то, блядь. Паджерс, место. Возможно, это платный герой тоже такой. Так это, походу, есть платный герой, потому что тут, я так понял, больше ни у каких героев в этой игре нету хуков и блинков и так далее. Мало реально этого. Если в доте у каждого там есть и форстаф и так далее, то тут... О, кстати, а чё это он нажал? Лупа Оракула. А, это он Ейварда чекает, да? Разменчик, разменчик дал на линии. Нормально, нормально. Разменчик был. Так, а что у нас тут 1300 стоит? Да, это что такое? 3... Скорость атаки, скорость атаки. А сила атаки это как бы просто damage, да, именно? Так тут называется. Давайте, хухни меня, тварына. Где это? Тварына. Враг великолепен, говорю. Да, уж не поспоришь с этим, враг и впрямь великолепен. Блин, интересно, какой рейндж у него этого говна? Чел, я сильно в ротацию даю. Да, вот я даю в ротацию. Возможно, ты вышка? Это ты ебешь? Ну, там мне пришли люди, но мы вместе ебались с ними, да. Я на бот бегу, там ганг. Блять, не стукай. Ну не стукай! Чё нахуй? Это мидер их или что это пришло за... Это лесник. А почему он нанес мне, блядь, 700 урона одним ударом? Да тут все герои какие-то, на самом деле. Как его зовут, Спеклянная. Простите? Мне нужно проверить винрейт его срочно. Рингар, да? Не, 50%. Видимо, он все-таки не так хорош, как я думаю. Вещи не всегда такие. Ладно, похоже. Ничего, скоро ваш кэрри придет. Да я сейчас скрытых тотемов. Блин, какой у меня ход кей на тотем поставить? Вот я не знаю. No, no.
хуй. Ай, забайтил, так забайтил их. Бездарные твари. Все, ребят, я уничтожил башню. Беру шмотку. А как же долго здесь улетаешь? Не улетаешь в скобочках никуда! Так, я понял, так тыпаться это ошибка была. Так тыпаться это была ошибка. Союзник убит, противник убит. Что ж делается-то? Мне что-то уже неинтересно себя поставить, пошел драться сейчас куда-то. Ну тут керри, в этой игре такие. Когда я появлюсь-то? Долго. Так, а что у меня там? Сила атаки, что скажите, скорость атаки, принят. Так, движение, ваши атаки заряжаются. Ваши сожжены атаки подносятся нас. О, ребята, у меня атаки заряжаются. Это здорово. Блин, а может быть мне все-таки съездить домой? Вот идея такая. Опа, здорово, вампир. Да, здорово. Кого тут выебать? Кэрри пришел. Правило убийства миньонов для поддержки. Этот боец получит меньше золота за убийство миньонов на линии. Вы что? В смысле? А как же равноправие там? Очень интересно, конечно. Кэрри пришел, кстати, Кэрри ушел. Хотя нет. Я же подхиливаюсь. Какая же срань, блядь. Что-то нас ебут, пиздец. Это, нет, ебут, это тебя ебут. Да, не дисморально. Сколько раз тебя выебали уже? 5. Так, а у нас нам, чтобы кто-то на топе, наверное, прочилку устраивал все-таки. Я пришел в нижний коридор просто, пушит, понимаете? Да, да. С верхним да. Закончил, пришел в нижний пушит. А на верхнем там чел до сих пор стоит аутирует, да? Да, ну, да. Ну это да, стандартная моба. О! Вейленд ВБГБ. Больно было сейчас. Блин, у нас какой-то Челябинск этот, реально прожарку устраивает. Молодец. Так, мне тут нужно купить, короче, вампирский скипетр. Ребят, вампирский скипетр беру. Давай, а дальше вампир. Вот эту херню буду брать. Вампирский скипетр нужен, под регенем. Это твоя нужен. Тема, да. Да. Так, но мне... Или что? Да нет, все. Все, короче, я нижнюю вышку пошел пушить. Опа, чел сделал ТП на вард. И бафли. Опа, я иду, я иду. Кто, блядь, такой? Медленно я двигаюсь, пиздец. Опа, смотри, у смотри. У вас там куча народа у меня. Есть такое мнение. Нахуй, пошел. Ой, как же вы ебёте, ребят. Чё хотел? Чё хотел я, бля? Сучара, йоу-йоу-йоу-йоу! Тем временем я работаю по уничтожению башен. Хорошая работа. Так, а я посмотрю, что мне покупать надо. Хрустальный скипетр релай. Звучит как план. Хотя это такой суппортовый артефакт, я так понял. Посох бездны. Вот это покчамп. Опа, плюс бабки заработал. Зашел в лес, заработал бабки. Ребята, я в мид. Блин, немного не хватает денег, обида. О, я же могу в лесу подзаработать немного. Я! Охуеть. Что это за герой такой, у которого 10-1, этот Рингар? Почему он меня убил реально за ваншот? Не совсем. Все могут друг друга убивать за ваншот, если типа они нафижены. Мой герой вроде не умеет тебя убивать за ваншот, к сожалению.
он раскачан сильно, твой герой? Ну нет, ну у него-то тоже, наверное, не очень сильно раскачан. Как он может быть очень сильно? Не, у него, блядь, у него счет пиздец. У него 10 единиц счет. Понял. Тогда понял. Надо раскачать, тогда я раскачаюсь. Не знаю, парни, я тоже ебу как трактор. Я еще прокачаюсь. Я еще прокачаюсь. Так, и что у нас? Грань бесконечности. Ага. Блин, вообще мне больше нравится тогда получается вот эта штука. Это я могу чекать варды получается, да? Такой хлоп. Лупа оракула, значит, нажал ее. Ха, лупа оракула. Ну, поняли, лупа, типа за лупа. Само уничтожили башню. Это хорошо. Так, а, тут, куда побежал? Ну-ка, животное, стоять! Живые, блядь, мужики. Как тракторы? Ну, вообще, это была трактор-ёбка сейчас. Блин, мне бы вот сейчас использовать этот оракула там. Ты уже вваливаешь, чел? Ну, чё-то есть вроде. Так, смотрите, идут гангать с того чела. Смотри, как вышки неприятно. Чел, там хокать собрался мужчина. Ебать. Ребята, спасить! А, ну мы, кстати, не вместе были, у нас одного чела не было, он только бежит. Это плохо. Ну да. Ну он подходит, можем этот. Меня тут поймали. Может и можете, а может и нет. Тут хер разберешь, они хоть. А, они вот только кит потратили, я вообще не понял. Так а почему у нас чел? А, он в спине вылезал. Ох, это чел кинул, честно нас. Не, ну он идет их ебать вроде, смотри. Да у него джиггернаут что ли какой-то? У него что-то прикольный чар, я смотрю. У него он трипл килл сделал. Как зовут его чара? Мастер Юи. Мастер что? Юи. Мастер Юи. 51% винрейта. А у кого? Но его часто берут очень. Слушай, а может в этой игре у всех 51% винрейта? Нет, есть, например, Тарик, у него 56%. Блин, а у тебя как этот, три стана? Три стана, да. Чел, у тебя 49.03, один из худших героев игры. Ну, я так и понял, на самом деле, потому что она просто стреляет его. Она, ну, не, я думаю, что для лоу-левел паблика это, мол, мега крутой герой. Ты просто стреляешь во всех. Толком скиллов-то и нет. Блин, какой же полезный саппорт, это жесть просто. Хотя, типа... Вот вышки, видишь как? Играть с саппортом, который наносит дэмэдж, Чувак. Мне чел подошел и дал 1000... А, ну, короче, на меня повесили какие-то глазки. Так. И я исчез. Это, видимо, это что-то типа... Какой-то дебаф сильный, да? Ну, глазки, да, наверное. Ну, типа, знаешь, как будто бы за тобой следят. Возможно, это как ульт Слардара какой-то. Кто знает. Так, чё? Глаз положил. Жарко бы устроить где-то. Ну, я просто исчез, как бы. Я был, и меня не стало. Так, а как мне посмотреть заклинание призывателя? Вот я был, и вот... Я не знаю. Они вот там, что лазят по нашему варду. А чё, может ебать их будем там? Давайте будем ебать их. Опа, плюс 55, спасибо. Осуждаю. Союзник убит, кстати. Где байбек? Слушайте, да не, что-то реально Рейгар этот вонючий, он много дает очень. Но мы дали им в рот, anyway. Да я ульту не успел дать, это Resident Sleeper. Крипов нет. А вышка тут пипец вываливает.
Так, а вообще, я смотрю, это общие винрейты. Мне надо смотреть винрейты на самом низком ранге. Iron. А ты уверен, что мы на самом низком ранге? Мне кажется, мы уже повыше где-то. Бронзу ставлю туда. Ладно, чел, я уверен, мы серебро. Мы серебро. Все то же самое, на самом деле, получается. Ладно. ТП домой делаем. Что там у нас? Так нам прожарку надо. А мне надо... Я шмотку собрать, Андрей, надо. Ну ладно. Все, я собрал шмотку, я готов ебать их. Вот теперь готов. Я иду к дракону. Опс. Там в инвизе человек. Ну это, короче, как типа Bounty Hunter какой-то отожранный, он такой в инвизе и... Пиздец, нас съели просто. Чел, я не знаю, мне 1600 хп просто на удар убили. Я говорю, это какой-то отожранный типа ассасин, типа Рикича отожранного получился такой, знаешь, который просто съедает тебя. Ну, видимо, да. Так, ну нас мало, нельзя брать драться, пока нас мало. Либо следующая атака, Ингар. Ну да, у него типа первая атака очень сильная. А, ну короче, вот он из инвиза, когда бьет первый тычка, это больно. А потом, судя по всему, он сосет бибу. Уже не так больно, да? Потом уже приятно, да. Ха! Ты, блядь, с кем связался? Я дотер, алё, меня не поймать. А тут есть как-то просветка инвиза, вот это вот все. Ага. Мне кажется, этот чел просвечивает инвиз. Да, так и есть. О, на мне глазки, ребята! Я слышал, что это очень больно. Этого чела вот этого? А вот я не знаю, теперь не на тебе. Возможно, это не они. О, смотри, смотри, это, по-моему, это... Чё ты хочешь? Да, надо оставить как-то его. Где я, нахуй? Я вообще не понимаю. Ладно, я всё расконтролил. Мы вроде и выебали, сейчас, кажется. Как и всегда. Слушайте, ну вообще... Но Рейгар ушел, он может всех убить теперь. Он ушел, да. У меня дэмэдж очень большой, но я умер просто. Но дэмэдж есть. Я прям блин, видел. Я что-то... Я видел свой урон. Я немножко опасаюсь за свою жизнь в данный момент. Так, ну если дэмэдж есть, надо еще дэмэджи тогда. Кровопийцу дособрать, что ли? Так. Ну да, надо собрать кровопийцу. Кровопивцу. А, кстати, часы Жони надо собрать реально. О, смотрите, мы хотим убить барона Нашора, да? Ну, так, слушайте, так и есть. По-моему, нельзя просто начинать убивать его, когда все живы, не? Это же как в доте. Опа! Ну вот, напрыгнул Дилбич. Это барон Нашор? Я правильно понял? Смотри, они идут, они идут. Надо фланкануть их, фланкануть. Союзник убит. Противник убит. Союзник убит, противник убит. Давайте, ребят, давайте. Так все, это опять, кажется, легкая победа для нас. Что у нас пиздец какой-то ёбарь? Так у них ёбарь, у нас ёбарь. Это нормально, я думаю. У нас ёбарь 15-5, у них 19-5. Ну и у вас еще один ёбр есть, 8, 6, 12. И чё мы получили, когда мы убили барона баф. Нашора? Баф. Где баф? Да, длань барон. Это БС обладает благословенным уровнем следующего мини. Усиленное возвращение, увеличена сила атаки силы мини, существенно увеличена сила ближайших миньонов. Так пойдем. Так с ближайшими миньонами. Все, пойдем заканчивать. Ебать, урон пошел. Слушайте, длань барона! Куда ты, блядь, подл... Но, ребят, но он умер все равно. All good, all good. Он умер. Он под длань барона вошел, это он зря. Да, ну вообще, ебучий динозавр, который прыгает на тебя и просто ваншотает, это странный герой. Вышки не регенерируют. А почему мы уходим, простите? А длань барона кончилась. Так и чё, мы же сильные мужчины. Не, она ещё не кончилась. Опа, смотрите, смотрите, смотрите. Там когда какая-то залупка находится.
Так, возможно, стоит покупать не только предметы, которые рекомендуют, но и что-то из всех предметов, что-то на хп взять себе. Есть предметы на хп? Это синий баф или это говно? Есть предметы, которые дают жизнь. Да. Понятно, вот здоровье. Ага. Не знаю, что это было, но... Я куплю потом его. Да, это да. Все, ебать, синий баф, ребят. У меня только или у всех нас? Нет, у меня нет. Ну все, это да, будет. Так, а вы там... Нас выебали. Ой, слушайте, вам бы там не драться, меня там нет. Я думал, что это реально плохая идея драться. Ну, на самом деле, немного не хватило. Ну, мне просто этого, того челика хотелось убить, а на остальных-то похуй. Я убил человека. Ух ты. Так, еще у меня есть часы теперь. Есть подозрение, что я хуёво нажимаю кнопки. Вот. Такое вот подозрение. Такое бывает. У меня, кстати, в доте частенько происходит такое. Бля, у меня герой бедный. Она, когда ультимейт кастует, знаете, что говорит? Получи, придурок. Бля, это очень круто. Кайф. А зачем тебе щит до рана? Ну, просто остался с начала игры. А, тебе на этого героя рекомендуют щит? Да, ну, был в рекомендациях. Понял. Им не будет больно, если их не бить. Блять, этот герой знает побольше, чем некоторые мои тиммейты в доте на диване. На иммортале. Так, а это красный баф, да? Так, ребята, надо вместе двигаться. Вместе, вместе. Это игра про тимплей. Это как HOTS. Как Overwatch. Опа. Андрей, давай в соло и поебим его. Андрей, ему пизда, я его убью сейчас, нахуй. Ну вот и все, нахуй. Андрей, следующий, блядь! Кончиво, блядь! Чел, я все, я не следующий, я ушел. Я ебать, чувак, я ебать пошел. Дайте мне их. Я отожрался. Отлично. Я начинаю трахать их чемпионов. Охуенно. О да, чел, о да. Сдаться чего? Да, какой-то дизморальщик. Так, слушайте, у них сейчас минус этот самый... Да. Давайте делать это. Ну, надо делать. Я выхожу с бочины, надо как-то подцепить. Дайте вокруг нашего чела играть, он ёбарь. Да он, это, в тильте уже. Я понимаю, но лучше за ним бегать. Ну пойдем за ним, да, чтобы он не был в тильте. Он в тильте, а мы за ним тебя. Грамотно. Смотрите. Во-во-во, блядь. Да! Блядь, но он убивает ваншотом меня, это мне не нравится. Мне надо что-то, блядь, на хп. Вот накидка солнечного пламени. Ну вот и все, блять, поебали, оказывается. Поебали и все. А как же? Слушайте, а скажите, а в чате может кто-то сказать, а что купить, чтобы чел не убивал меня ваншотом? Какой предмет? Накидка солнечного пламени. Купи скилл, блять, дочер, нахуй не может играть в игру нормальную, блять. Долбоеб. Ангел-хранитель. Все, спасибо. Ангел-хранитель, значит. Получи себе чемпион. А, мы все, башню пошли, да? О, чел, ангел-хранитель, это типа йон-диск нашего. Нашего. Это звучит? Да, это звучит так, неплохо. Так, а что, мы типа ломаем ингибитор им, да?
Как не... А, вот статы молчара, ага. Ебать. Как же наш мечел оторвало лицо. А, ну мы ингибиторы поломали, да? Да. Бодренько, по-моему, сейчас мне ингибитор сломают, ребят. Андрей, береги ингибитор с молодости. Не, на самом деле, когда меня чейзит, я очень крепко выдаю людям. Я лес буду фармить пока что. Тут плюс деньги дают. Я слышал, что надо фармить. О! Андрон, что это такое? Это синий баф. Ля, это, ну, мне нужен был синий баф. Зачем тебе мой синий баф? Ну, да я в идеале, баф, в идеале, наверное, мне синий баф. Да тебе зачем? Ты фитишь только. Ну, у меня... Охуел. Так, мне говорили, что предлагали посох Рюлай взять или Мармелеон. Так. А чё они тут выпендриваются-то? Вот это что такое вообще? Противник убит. Блин, похуй. Много обещаешь? А, блять, это я зря сделал, да? Это я его оттолкнул так-то. Это я зря. Так а что, противник убит, 35 секунд и у него. Пойдемте на их ингибитор. Надо ингибитор ломать или что? Вот смотрите, смотрите. Чемпиона я вижу. А подожди, он резнулся, потому... А, ангел-хранитель как раз. Где ассист, блядь? Чел, на месте ассист. Оп. Ты в стазис, да, вошел? Да я просто ебу их, у меня фоксов. Да... Я отпрыгнул от тебя, кусок дерь... Блять, механика хуже доты нахуй еще. Жопа горит, сука. Вот это вот отпрыгнул от милишника, а его похуй. 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 2000 денег мне нужно. У меня есть 1600 денег. Надо еще заработать. Ломайте вышки, блядь, зарабатывайте бабки. Че, ты можешь вышку сломать? Да, деньги нужны. Пытаюсь. Давай, так ты бей вышку. На байбек? Не-не-не. А в этой игре нет байбеков, да, я так понимаю? Нет. Адекватная игра, то есть. Трон. Бей трон. Мне кажется, вы не сможете. Сломать трон. Но трон у них прям страдает, это правда. Опа! Ну, пиздец, какие-то, на самом деле, стеклянные здания. Ну, как в доте сейчас. Ну да, все нормально. Видел, как я бью? Так, где там... засолил концовочку, очевидно. Тристана, хорошая игра, лайк. Новый уровень, 14. Капсула с какой-то частью чемпиона у меня. Так, сыграть снова. А как дэмэдж посмотреть еще раз? Профиль. Вот, история игр. Последняя гамза. Статистика. Так, получено золото. Ну и че, ебать? 37 тысяч. Знаете, у кого дэмэджа? А? Хотя там, если что, у этого мужичка 61 тысяча дэмэджа. У нашего? Нет, а сколько у меня? Не у нашего, у их Ренгара. У тебя? Ой, ну у тебя очень мало. У тебя 19 тысяч. Да. 27 Ярик, 28 наш бустер и 37 наш ёбарь, то есть я. Понятно. Еще, конечно, так. Не пошла Котелла. Да, ну там этот мужчина, конечно, видимо, да. Видимо, да. Капсулу открой. Да я сейчас, блядь, найти бы еще ее. Какой-то сундук есть, капсула. Давайте, капсула с синей эссенцией. Бля, дали какую-то капсулу, в ней какая-то синяя эссенция. Не знаю, я бы не трогал. Вот если бы чисто у меня под дверью лежала эта капсула, я бы, скорее всего, просто выкинул ее в мусоропровод. Ты давай следующую игру начинаю. Так верить. Я не знаю как, не дави на меня. Я нажал сыграть снова. Все, отлично. Поехали. Так, надо посмотреть какого-то другого героя. Мне этот не понравился. Коллекции. А как мне сказали, зовут героя, который... снайпер, типа. Снайпер? Как-то там вот... Как...
сказали? Возьми мисс Фортуну, она пиздатая. Фортуна, да. Кейтлин, вот Кейтлин, сейчас Кейтлин. Блин, мне бы нет, Кейтлин. Низкий Кейтлин. Статистику по чемпионов можно как-то на суппортов посмотреть? Получить, жму кнопку получить. Кейтлин, говорят. 4800 она стоит местной валюты, чел. 4800. Ну, ну а что? Ну, а у меня 1800. Ну а что? Что? Или 880 не местной валюты. А не местная валюта равна чему? Это рубли, доллары, биткоины? О, поддержка. Так, винрейт. Леона, Блицкранк. Ну, Блицкранк, уёбище. Правильно же? Рублей хотя... 300. Не, ну я пока не готов в лол деньги заливать, пока не готов. Пока это сколько, еще 4 минуты? Еще 4 игры, возможно. Опа, принять, 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 принять! Так, короче, Блицкранк, Леона, Трэш, Сенна, Срака. У меня их нет всех. О, вот, вот это и попробуем. Сона, говорят, хорошая. Не было бы у них этого задрота, который киляет меня, я бы вообще давал бы в рот, но он просто убивал меня в начале, да, каждой это драки понятно. Прокастом каким-то своим сраным. Это, конечно, это понятно, это понятно. Ну, не весело. Это no fun, no fun, между прочим. Таких героев, кстати, не должно быть. Ну, типа, это no fun контент. Заходит человек, он играет первый раз, и его убивают просто за один удар. Что за хуйня? Согласен. Неправильно. Тут, конечно, они ошиблись. Так, короче, все, я Сона. Всем привет, мальчики. Привет, я Тристана. Всем привет. Так, кстати, я девочка. Воспламенение скачок я беру. И что делаю? И собираю, судя по всему, во-первых, нечестивый Грааль Афина. В смысле? Пылающая кадильница. У меня такая позиция, да мне бы насрать. Искупление. У меня не отнять позицию, потому что мне похуй на игру. Я сейчас снайпер-саппорт как бы на пятерке хуярю. Короче, беру нечестивый Грааль Афина, пылающую кадильницу беру себе, как пепельница какая-то, и искупление. Так, а какие способности? А мой чара, что там сейчас, 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 секундочку, качаем. Q, V, E, Q, Q, R, Q, V, V, R, V, V, E, E. Ну все, сейчас поспорим. Да все уже понимают, что вы расфиженные герои, тут шотают друг друга. Мужики, спасибо, спасибо, мы поняли уже. Ну, это именно Регар вот этот вот шотает, потому что не, у него... Все, чел, чел, вот именно чтобы ваншот, это вот этот мудачок, потому что у него один скилл, в принципе, усиляет его урон с тычки, а второй скилл снижает броню врага с инвиза. То есть у него вот этот первый удар, он ябает, а остальные атаки уже не такие мощные. Демоник, спасибо за 14 месяцев. Я буду на сигнатуре играть. Гном Чернобыль, 3 месяца, спасибо большое. Да, почекай Ясуо, это супергерой. А у меня нету его здесь. Купи, купуй. Ясуо и Азир. Ясуо, Азир, это же прям топ. Все говорят, Тима надо играть, типа он хомяк, но... Он что, тоже кататься умеет? Если так, то это мой герой. Я не знаю. Блин, мне надо было другую руну брать. Колдовство плюс точность. Колдовство плюс вдохновение. Ладно, еще сейчас следующую тоже на Sony буду. Блин, нахрена мне эта комета вонючая.
А, чел, ты опять Тристана? А зачем мне еще кто-то, если есть Тристан? Понял. 49%. Топ 117 герой. Я уверен, что... Подожди, а мы как-то... Мы калибруемся как-то сейчас или что? Или не, мы просто играем на ранке. А когда можно будет в ранке взрываться? А когда ранке можно играть? Там, наверное, какой-то уровень нужен определенный. Топ 117 герой. Это неплохой герой. С 30-го? Ебать. С 30-го левела? Вы чё, рофлите? Как, а как получить больше уровня здесь? Надеюсь, есть какие-нибудь кастомы. Чел, даже я играл какое-то время в Лолец, но у меня нафармился 13 уровень максимум, сейчас 14. You know? You know, man? Yeah. Yeah, dude. Так, рекомендуют качать кушку сначала. И чё, куда мне идти? Могу в миди стоять. А-а-а, всё, я понял. Соливарню в миди могу делать. Я видел этого чара. Чел, ну я тоже побежал. Все куда-то бегут, ну и я побежал. Всё, я вард ставлю, смотрите, в лес. Опа, как профики делают. Всё, меня не загангать. А чё, слышь, вали отсюда, это мой коридор. В смысле? В прямом. Чел, а мы куда идем? Я не понимаю ничего. Ладно, я вниз. Я вниз пошел, короче, пизда. А как думаешь, вот этот парень? Опа, против или нет? Тогда наверх пойдем. Ну я не знаю, блядь. Я бы в миди ебошил. Я чувствую, мой герой имеет потенциал. Нет, твой герой это, по-моему, АДК. Ну, типа, это кэрри именно. Почему? А вот это что такое? Опять женщина. А у меня, типа, у меня это, а. У меня, ну, миди. Чел, йоны были призваны, говорят. Все, нам надо сверху стоять. Зачем этот человек хочет триплой стать? Не знаю. А, или это лесник наш? Возможно, это лесник. Да я ебу, что ли? Я пошел стрелять. Он Кара, все, я понял. Он лесник. Это лесник, ну все. Тогда смотри, сейчас мы будем. А как трахать. Он типа, вот и так вот, сальт, да? Кью готово. Трахать, вот трахать давай, можно. Я, кстати, ничего не умею, только стрелять могу с рыбам. У меня тут какая-то музыка у персонажа почему-то. Нормально, я ранжевиков убиваю, потому что впадло микрить что-то. Это что за бич-пакет тут? Все, давай по вышке работать. Давай. Это наша тема, вопрос. Блять, может быть нам все-таки вниз как-нибудь ходить и не стоять 1-2? А, почему меня вышка бьет? Я же не бил героя-то. Алло. Странно. Ну ладно. А что такое? Нормас, нормас. Ну ему больно, кстати, ему больно. Я ничего не понимаю, что происходит. Так, а что это у меня? А, это лечение у меня, типа, да? Чел, лечение. Это очень хорошее... Опа. Невероятно, да? Че это он там выпендривается-то на нас? Он зря выпендривается-то, малыш такой. Эффект мощного аккорда на что, блядь? Была пролита первая кровь. Я не понимаю ничего, к сожалению. Бред. Чел, ну вообще, он страдает. Стаккато эффект, что это такое? А это песня стремительности, мы быстро бегаем под ней. Здорово, здорово. А это песня я хилю. Короче, ты поешь. Да. Мне это нравится. Короче, первая это damage, вторая скорость, третья хил. Все просто вроде. Твой персонаж выглядит как персонаж, который... А, пассивку, мощный аккорд. Слушай, ну у него чар, он легко отбивается от нас. Ну похуй. Так, после использования трех базовых умений, следующая автоатака сонна наносит дополнительный урон, также имеет дополнительный эффект за счет того, что исполняет сонна в последний раз. Понял.
То есть я такой... О, так я могу замедлить его. Так ну-ка. Он под вышкой, типа. Так, это первый, наверное, аккорд был, да? Кангеры, гляды. Так, два аккорда, чел. Ебурим его или нет? У тебя есть что-то у него? Под вышкой кинуть? Можно ебать человека? Ну, нормально. Ну, я дал ему. Ты дал ему, да? Так, а что я могу купить себе теперь? Ботиночек могу купить себе. Ботиночек, да? Так, Граль. И какую-то херню, да? Под вышкой. Вышки тут прям сильно ебало бьют. Вот что я... Какой это вывод это правда. Че, не. У него ультиматива появилась, он шестой. Пах. А он шестой? Да. А как это так? Ну он фраг взял с меня, видимо. Так, а я взял с него, и ты пятый, я четвертый. Хуй-то какая-то. Блин, ну он уже один стоит, вроде логично все. Да, это Doomfist какой-то, короче, я понял. Упс! Блин, ну мне на саппорте надо все-таки стоять на дабл-линии. Соло против мне... дабл-линии, в смысле. Мне нужно просто размениваться, постоянно бить, что-то делать. Че, ебать он, что тут там нажимает? Да похуй на него. Полечить тебя? На. О, а как ты это сделал? Ну, есть же кнопка. У тебя тоже, наверное, она есть раз в сколько-то секунд там. Ну, на... В много секунд. А, нет, раз... у меня ее нет, у меня другая кнопка. Челяп, я выхиливаю нас. Ебать, что это, блядь? Как, блядь, жить? Блядь, чел, это Талос какой-то. Короче, я, блядь, пошел нахуй отсюда. Это мне не нравится его, блядь, персонаж. Давай. Я буду изучать его персонажа дальше. Я там нахуй, какая-то мелодия у меня, блядь, музыка. Мне просто наебало прыгает человек и убивает. Но я говорю, это какой-то Doomfist, он типа взял меня просто и куда-то разъебал. А потом у тебя... Ну ты соль, короче, с ним теперь стоишь, давай, ГЛ. Да нет проблем. Мне кажется, я бы изначально мог бы спокойно... Возможно. Чё, я же стреляю. И эскейп есть какой-никакой. Так, ну я, наверное, могу все ауры сразу прожимать тоже. Так, ну вышечка тем не менее страдает у него. Так, мужики, вы снизу стоите? А, нет, или вы на разных? Я сверху, уже вообще на разных ходил. Так, ну тут восьмого уровня, а шестого. Да, конечно, перспективы опасные. Но я не боюсь ничего, я не на очке. Это правильно. Тут какие-то гангеры нападают. Это же его. Да. Мне норм. Он топает, что ли? Чел, он там. А есть что-то его? Там. Жестко. Смотри, тут хочет убить меня.
Ну, можешь, да. Он, я не знаю, что он делает, он довольно сильный. Он может убивать. Ну, давай побукуем на него. Боюсь в куст заходить к нему, честно сказать. Во, видишь, что он делает? Я хуй знает, что это. Но выглядит довольно стрёмно. Застрелили, так же мы разъебали его, Ярик, блядь. Виртуальную 5 давай в чат. Не, да. Виртуальная 5, это в чат надо писать. Виртуальная 5? Да, надо, в чат пишешь 5. Что нахуй? Блин, еще бы знать, что ульт делает. Ну ладно. Парни, там миди вышка, блядь, что-то падает как. Я сверх сейчас сломаю уже им вышку, так что. Так что нормас, нормас. Я так понимаю. Тут пофигу. Так, сейчас буду затанцовывать, походу, людей. Огонь по готовности? Я что, на заре играю? Почему у меня герой говорит огонь по готовности? Затанцовано нахуй. Так, все, понял, с этой залупой я больше не связываюсь. Я не понял, что ему делает ультимейт, но я был не на очки. И убил чела. Суицидер какой-то. Так, ну и это его право, чё быть суицидером. Шенский крысный прыжок. Место на сталкер, понял. Лол. Он высасывает хп, а после взрывает очень сильно. Так, ну мне кажется... Заряжай. Ну все. Так, это что сейчас было? Все кулдауны отдал. Море приносит жизнь, ребята. Море приносит жизнь. Очень успешно. Ебать больно, на самом деле, делает этот хер с горы. Так, кадильница дальше. Нормально, вы там поебываете. Где-то. Блин, я не уверен, только зачем моему герою так много восстановления маны. Возможно, потому что я должен всегда спамить скиллы свои, наверное. А, сапог, блять. Сапог не помешал бы, ну да. Похуй. Ля. Куда чел с косой пришел? Башенные пластины скоро исчезнут. Башенные пластины скоро исчезнут. А помощь! Почему со мной бегает какой-то человек, который нихуя не нажал? Ноль помощи! Понятненько. Я убил врага, ребят. Здорово. Так. А, хорошо. Я купил, значит... Так, шанс критического удара, это здорово все. Так, нужно вот эту штуку взять. Она стоит 900. А у меня столько денег нет, к сожалению, как 900.
Короче, там этот какой-то чел сверху, надо приходить его трахать. Он там отъелся уже. Секундочку, мы занимаемся любовью с Тауром в данный момент. Хорошо. Он тоже занимается любовью с нашим. Я подойду, Ярик, сейчас. Он какой-то невнятный, непонятный. Я не понимаю, что он делает, типа, но... Это очень больно делает. Так, ладно, я до дома, получается, и вернусь сейчас. Том, куда-нибудь нет, пойду. Опа, нет, не пойду никуда. Нет, тут нахуй не выживают так люди. Я тут не на все. Я вроде бы... Ну, куда-то убежал. Чел сзади еще. Охуеть, что это, блядь? А тебя тот чел убил, да? Или чё? Ну чё так эта херня типа сбила ультимейт мой, я не мог блинковаться. Так, а чё это за такое у меня? Я собрал себе походу этот Мелшторм местный. Какие-то молнии вылетают. Ой, что-то нихуя непонятно. А меня чуть не убили крипы в лесу. Так. Хорошо, хорошо. Что-то он пиздец ошибается, Андрюх. Так, а я не знаю, почему он пошел вообще. Вышел там? Нет. А, ну у меня был блинк, но я что-то в шоке оказался. Да я пока что разбираюсь с персонажем. Блять, там секс пошел. Я не понимаю, как работает нечестивый Грааль Афин этот говна. Типа возвращает ресурс. Это ладно, понятно, он заряжается. Он съебал, да? Съебал его право. Поглощает все заряды, но я вот нажимаю на лечение и все заряды... А, ну поглотились, я понял. Что это вообще за герой меня убил? Че он вообще делает? Как я... Че, блядь? Блядь, знать бы, что делают герои? Меня убила какая-то... лесная каракатица. Это жестко. Ну как объяснить-то? Она выглядит как лесной демоненок. Лесной демоненок. Ну как я это должен объяснить? Ёб твою мать, высралась какая-то хрень. Опа! Да. Вот лесной демонёнок, вот он бегает. Борис Бритва, USSR. Кастует, блять. Хер разберешь. Блядь.
Смотрите, вот Борис Бритва и СССР. Работаем. Это, у него ксерокопишка это появляется. А, это иллюзия. Опа, а это не иллюзия, чел. Чел, это, блядь, не иллюзия никакая. Блин, ладно, надо еще поиграть на этом чале, потому что я его не совсем понимаю пока что. Нихуя непонятно, блядь, в натуре. Ну хотя тот мне больше нравился. Этим надо типа стоять просто за тиммейтами и никуда не идти, потому что нет эскейпов никаких. Так, хорошо. Купил вот это, я купил вот это что дает силу атаки. Что-то нас ебут, парни. Поёбывают. Ну чё, мы ещё камбэкнем. У них типа есть танк в тимке. Вот этот чел, который сверху, собственно, стоял. Он такой вперед идет и там подтанковывает, а у нас, походу, не особо танки. А чё за херня снизу едет? Динозавр какой-то пришел, алё. Пойдем к пизды ему дадим. Чел, все, я с тобой. А ну-ка, давай дадим. Блять, я проебался. Разъебали там кого-то, да? Сейчас ускоримся, вампир. Это куда, блядь? Куда ты, блядь, собрался? Труда, что ли? Ну, договорились же в лол играть, а не в доту. Ага. А почему... Я, блядь, как нахуй это работает? Я тоже нихуя не понял, на самом деле. Почему ты умер с ваншота, блядь, чел? Ну, хороший вопрос, на самом деле. Ну, на меня какую-то косу повесили, но это ультимейт, видимо, этого чувака. Не ультимейт, вроде так много дэмэджа, что не наносит в этой катке. Я вроде еще что-то даже неплохо все делаю. Вас там не ключ? Не, все это самое. А это как неплохо делаю, блядь, что-то. Так в смысле, я чела на топе убил этого жирного. Он неплохо делает, да нормально. Не, жирного чела убил. Не-не, мы в лейт выходим, очевидно. Полный. В лейте раскрываются наши чары на полную катушку. Так, что по ботинку там у меня? Мне рекомендуют разные. Что делает чел с косой вот этот, я вообще не понял. Чё-то меня уебали. Он, блядь, что-то через клиф летает, Бэтрайдер, походу. Какой-то. Да, да, я говорю, бруда какая-то, блядь. Я думал, тут таких героев нет, а тут уже какой-то хер через клиф летает. На жиза. А что, они убивают барона на Шора? Или дракона, или кто там? Нет, дракона надо идти, да, хоть. Спиздить. Получилось. Так эта хуйня нападает. Да, это этот их. Что за коронавирус на меня напал, нахуй? Чёт... А, ну там два челика выжили. Да, там тоже не все выжили у них. Так, и третье, что я делаю, это искупление. Так. Так, ну-ка нахуй инкубатор, руки убрали. От инкубатора. Так, а он же тут регенится, да, если не проиграть игру? Ну, он восстановил, типа, все какое-то время, по-моему. Вот эту вот девочку. Замедленно, нахуй. Продамажено. Замедленно. Проебано. Ну,
деньги я свои заработал. Нормас. Суппорта разменяли, ничего страшного. Нормас. Ча, мы все сделаем, чел. Блин, возвращает 35% от нанесенного чемпионом упреждающего урона. Что это нахуй значит такое вообще? Упреждающий урон, ты что, тупой? А, упреждающий урон. Да. Угу. Да, упреждающий урон. Хуй знает, короче, нахуй этот упреждающий урон. О, там с Борисом какая-то... Блядь, что? Секс с Борисом пошел, да? Так, я не понял, нахуй, почему люди тут в мою смену... Оп, вардики пошел, почекал. А чё, мы какого-то на шора не... А, ну, много. Живых. Подхилочка пошла. Так, аккуратно. Я убил какую-то черепаху. Зачем я это сделал? Там чел доебался до варда моего почему-то. Есть вероятность, что мы проиграем битву? Мизерная. Вот этого надо было бы спустить, конечно. Да, не умирать. Он просто сдох. Блин, не, этот суппорт, он слишком какой-то суппортный. Он, типа, у него нет возможности самому что-то делать. Нас просто разъебал, ребята, нас разъебало. Типа, если я теряю позицию какую-то, то меня просто убивают. А мы никого не убили, да? Ну, это, короче, это как висп, типа, ты сильно очень зависишь от позиции тиммейтов. Эйс, ребята, это эйс. Так, Леону тоже можно будет попробовать. Это эйс, это минус трон. Так, как там сдаться в этой игре? Да не, погоди. Да ты и тут хочешь сдаться. Все нормально, мы еще в игре. Ладно. Так, они барона на шора пойдут убивать, небось. И тут-то мы их подловим. Ты все играешь там на своей этой балалайке. Ну я играю, да, это только так и могу. Мне надо предмет один купить, чуть-чуть голды надо. Ебать. Короче, подождите момент, я за шмоткой на хату. Шмотку надо взять. Ну подождите, блять. Да. Я же за шмоткой. Сзади бежит мужик. Ну вы это без меня. Блин, я не знаю, как это от этого чела убежать вообще, от этого говна. У него каждый скилл, по-моему, это блинк, блять, и я просто не могу ему ничего сделать. Типа он прыгает на меня раз, прыгает два, прыгает три, и я ноль могу сделать импакта. Я кидаю в него вроде ульт, а он отблинкивается от него. Типа вот я не знаю, тут в этой игре есть реально чары какие-то. Все вроде герои как герои, но есть премиум персонажи. Один, блядь, который блинкается всегда. Один, который бегает быстрее всех почему-то. Говорят, ингибитор почти восстановлен. Ебать. Понял. Ну как раз ингибитор почти восстановили и в таверну отправились. Ну сейчас восстановим еще, правильно? Может быть, уже и не восстановим. Да,
Да, я не думаю, что наш ингибитор. Как сдаться еще раз, отрепетируем? Да, уже один раз сдаваться. Вот, сдаться. Ну, отрепетируем просто. Хоп. Так, сейчас я приду секунду, ребят. Сона, ну, потенциально герой, наверное, хороший, но не здесь. Так, ладно, хорошо. Сона, и мы поняли, приняли. Сарака. Вот, Леона. Опа. Подожди, мне дали мисс Фортуну? Или что? Или показалось? Так, ну Леон это типа танк, да? Танк-суппорт. Так, а как купить здесь персонажа? Ну... типа коллекция, и там чемпионы. Вот. Собственно. Мисс Фортуна, нет, не дали. Мне видимо скин на мисс Фортуна дали или что? Так, отмена, вы хотите покинуть группу? Я не хочу покинуть группу, я хочу закрыть это окно ебаное. Escape, escape me. Возможно, сработает. Не сработало. Блять. Сыграть снова. Так, отлично, блять. Худший клиент Лиус. В истории. Привет. Клиент. После игры обменяй самоцвет в добыче на сундук. С так, коллекция. Я хочу, значит, Леона. Что? Магазин надо, что? Так, играем дальше, парни? Сейчас, секундочку. Да. Конечно. Сейчас, секундочку, я хочу купить себе персонажа. Бля, ну дорого, сук. А, вот. Леон, ослепительный рассвет. Контент разблокирован. Ура. Все, я теперь Леона. Хастуйте или пиздуйте, как обы... А, так, подождите, там же как надо переставить еще на персонажах эти... Как их, блядь? Руны. Как до рун достучаться? Я забыл. Бля, чел, а не можешь дышать не в микрофон, типа выдыхать? Было бы охуенно. Да, извините. Слушай. А нет, ничего интересного. Что там в доте происходит-то на турнире? Так, храбрость. Ну, пока ничего интересного. Верцепро не оставил шансов и никакого нового, но это, блять. Конечно, да. Новость достойная. Нас. Нави Force. Мистикоз. ВП Гамбит. О, ВП Гамбит. О, ВП Гамбит! Ребята! ВП Гамбит. Там человек на... А чё мы не играем-то? Алло. Не знаю пока. Да мы ждём кого-то. Я готов играть. Так, ну... Всё. Мы тебя ждали, похоже, это время. Сейчас, секундочку. Тогда ещё подожди. Нет, сейчас я почти закончил. Там этот, руны вонючие какие-то надо настроить. Чел. Все, чик. Все нормально, типа. Чик. Руны, чик. За что дают синюю эссенцию здесь? За рост левела, да, я так понимаю?
Так, у меня второй уровень чести, кстати, ребят. Не знаю, как у вас. Все, я готов. Да, мы уже ищем игру. Отлично. Так, коллекция, руны, я такой, Леоночка, вот у меня есть... Блин, на самом деле, по-любому это что говно еще. Ух, не, все в пизду. Читать, это что, я по гайдику лучше. На дотабавчик местный зашел, нажал, включил. Думать я не собираюсь, я, блядь, в компьютер играю. Какой думать еще? Думать это да. Слушай, те. Есть тут какой-то предмет так, для увеличения бакет, радиуса атаки? Или это только в Доте такие предметы? Два раз говорю. И чат просит Элсиора. Не надо, ломать, пожалуйста, указывать, что делать. А то я ведь тоже правильно, могу начать правильно. Указывать, что делать, правильно? Скорострельная пушка, говорят. Ну все, я понял. Я в Last игре собирал говно какое-то. Надо скорострельную пушку брать. Без нее. Тристана, без нее не Тристана. Так. Где моя Леоночка? Леоночка. Вот, подтвердить. А какие есть штуки? Хлоп. Надо было брать этого. Тарика тебе покупать, если ты покупал героя. Ну, Тарик это ж не суппорт просто. Чел, ну Тарик это то, что роднит нас всех с Лолом и так далее. Что это еще раз? Ну... Он гомосексуалист просто. А-а-а! Свой! Свой! Свой, парень, ну. Понял, понял. Хорошо, хорошо. Так, блин, а какой-то другой персонаж у меня немного. Пассивно, трофей, когда рядом находится союзник, ваша автокейп добивает миньонов, в которых осталось меньше 50% максимального запаса здоровья, 30% чемодального боя, при этом вы и союзник получаете стандартную награду за убийство. Лол. Чел. Я буду просто получать бабки от того, что ты, ну, короче, ты меня будешь качать. А можно я где-нибудь один буду просто стоять? Всё. Бля, ладно, похуй, я пойду с моим АДК. Да, пиздай. С моим АДК. Я понял, блядь, я понял тебя. Я тебя понял. Нет, чел, я понял тебя. Да не, мне... Короче, мой чат будет максимально эффективен. Не надо ничего говорить. Максимально эффективен. И вообще, я бы в мид пошел, просто у нас этот чел, дотер, он типа в доте, типа в миде стоит. Так себе у него получается, он сюда пришел в миде стоит. Да, да здесь так, он просто так... насасывает чисто. В смысле насасывает? Я в двух из трех играх ебал. Да, выборка-то не очень большая, чел. Вдруг из трех ебал там. Да мне кажется, твой персонаж это не мидер, а Ярик. Да, чел, мой персонаж мидер, все. Гнар, блядь, вот на ком надо играть. Это же котейка такой прикольный. Ну, он не котейка, ну, короче, типа котейки. Да, надо играть на любом персонаже, ковинрейт выше 50%, я тебе так скажу. Но почему-то ты просто выбрал Тристану и вцепился в нее. Топ 117. Просто посмотри на ее ебало, это ее лицо, когда ей говорят топ 117. Так она рада. Она рада. А ей насрать. Нет. Да нет, ты не понял. Там просто люди не разобрались, как на ней играть. Сейчас я покажу. Я так и думаю, да. Пустите нахуй в мид. Сука, почему столько смайлов с мексиканцем с этим? Слушай, хочешь мид, Ярик? Можешь идти? Конечно, чел, конечно. О, слышишь, против нас говорят тоже Тристана. Да, где? Как это может быть такое? Так не бывает. Слушай, но я думаю, что у него Тристана получше будет. У него там всякие скиллы использованы и так далее. Так я не понял, где ты видишь против нас Тристана? Укротительница драконов Тристана. А, укротительница драконов. Смотри, у нее смертельный темп. Спустя 1.5 секунды после нанесения урона чемпиону ваша скорость атаки значительно увеличивается. Смертельный темп позволяет вам временно привести ограничение на максимальную скорость атаки. А у тебя, атаковав чемпион несколько раз подряд, 3 выслабляете его и наносите ему дополнительный урон. А, ну тоже, в принципе, нормально. Хотя,
чел, дебаф, дебаф, дебаф. Да, грамотно. Вдохновение, хитрости и игра не по правилам. Это вот у меня тоже. Хитрости и игра не по правилам. А могут тут быть, могут два одинаковых героя в двух разных командах? Да. А почему у него украденцы драконов Тристана? Это потому что скин просто так называется. Да. Ага. А что это говняшка твоя вкратце, если делает? Да просто стреляет. Понял. Да, просто он снайпера местного нашел. Бомбочку понял. Накидывает, еще наебало, она через какое-то время взрывается и дымок наносит. Там в остальном просто стреляет. Ну, прыгать что умеет прыгать. Может уйти от ханга. Так, а у меня, значит, качаем Q, E, V, 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 R, V, E. Только в играх вслепую могут быть одинаковые ранги. Ага, мы вслепую. Ну что ж. Хорошо. Битва Тристана против Тристана. Хочу видеть уже. Да, я тоже хотел бы увидеть это. Надеюсь, она тоже пойдет в мид. Дристаны против Дристаны. Так, ты куда, Андрюх, идешь? С АД керри. Погнали со мной. А ты кто? Я вот-вот. Ох, ебать, у тебя... Ты наверх, короче, Андрей, ну у тебя чемпион выглядит как эпически, если что. Ну да, я и купил его, если что. Ну понятно. Да понятно. Дристана. Так, у меня, значит, щиток получает задание заработать золото, чтобы прийти, например, в баклер Таргон и получить эффект. Когда рядом находится союзник, ваши автоатаки добивают миньон, в которых осталось миньон. Ну, короче, я должен рядом с тобой быть, и мы вместе будем делать все. А у тебя суппорт или нет? Суппорт. Так. Где миньоны-то? А вот и они. Чего? Смотри, что делаем такие. Пришли, оп. Прочекали. А ты же в курсе, что сверху у нас будет один герой, а снизу два? Ну, похуй. Как бы дота-плееры здесь 2-1-2. Надо, понял, короче, понял. Next level лол это гоняться за вражеским ком и убивать его. Да. Ух, блядь, ну давай, иди сюда. Это ты на меня наболтал там что-то, да? Нет. Бля, мне обещали, конечно, что... А, подожди. Ты получил деньги за этого? Долго я этого ну, ждал. Вообще, да. Вот за этого получаешь? Да, но мне надо, типа, набивать способности. Просто если, получается, мне я лас хичу... Мне надо первой штукой добивать крипов. Давай, добивай. Чтобы больше дамаджа было. Ну, у нас, значит, с тобой не очень герой стакается, потому что когда я... В общем, если я рядом с тобой нахожусь и добиваю крипа, ты тоже получаешь за него бабки. Ну, ты же получаешь за них, правильно? Ну, сейчас нет. Вот... Сейчас. Вот сейчас. Нет. А вот сейчас? Нет. Блять, что за хуйня? А, там откат, там кулдаун есть, что? Наконец-то синергия. У тебя заряд. А, у меня заряды, понял. Ебать! Меня победила Тристана! А это тоже Тристана, да? Бля, на самом деле я чеканул, мне надо же было просто федерация. Ни хрена себе прикольный скилл. Сука, так, смотри, вот сейчас, вот сейчас. Ну-ка, пришел ну-ка, чемпион смотри. Какой-то ко мне на мид. Получил же, правильно? Да, да, да. Ну все, ебать. Так, а как я еще? Тотальная печенька вечной воли. Ой, как мне... Блин, ход скруче, ребят. Ход скруче. В ходе ты когда бежишь с базы, ты быстрый. Тут нет. Опа, плюс деньги. Плюс деньги. Ты
Короче, блин, у меня реально кайфовый чар. Супер простой. Кайфовый чар. Че, развалим его? Смотри, давай, 3-2-1, гол. Ладно, понял, этим попадать надо. Большинство скиллов отпадать. Ладно, сейчас. Говорят, что ты катапульта добивал. Вот. А, да, Жиза, кстати. Ой, этому жирному тоже пизда. Ну, блять, ладно. Да дай же ты. Как-то у нас не по тиммейнам, не по тимплейнам получается. Ты чё, дурак, что ли? Дурбец. О, он ошибку допустил. А у тебя вообще скиллов нет палишь. Никаких, да? Ну, у меня когда-то. Я дал один скилл. Он умер. Ты хочешь добить крипа? Откуда мне печеньки? Смотри, бам. Нет, как это, блядь, работает? А почему тележку ваншотнул вообще? Руны. Так я хуй знает, как вообще руны мои работают. А, руны. Бей вышечку, это за я нее понял. Бабки, за пластины. А почему он так мало урона получил? Сейчас. Странно. Так, ну получил. Тут, наверное, отходить надо. Это. Вы наверху стоите? Да. Вам Дристану идет. Понял. Ладно, что-то реген маленький, я пойду отступлю пока. Угу. Так. Зика, что-то там Зика. Он что-то нажимает, какие-то кнопки, блядь. У него какая-то прокачанная Тристана, не такая, как у меня, типа. Ой, задрот, блядь. Прокачанная Тристана, как играть? Так, что, можно сейчас скинуть в них дэмэдж люто? У меня маны нет, я сейчас скину способности на базу пойду. Понял. Блин, а мид теперь... Зачем он это делает? Я сейчас понял, это же не как в доте. Будешь паковать дальше? Да. Забей, забей. Вам Дристана идет опять. Наверное. Да. Я просто ебало разбиваю людям. Я, кстати, тоже могу прийти чуть сейчас вот. Кстати. Немножко мид пушу. Подойди, я тележку добью. Блин. Давай. Дристана у вас. Вон она. Пиздец, я ее это. Ну, не знаю, мы просто разваливаем бараков. Я поймал индюцию. Так, а ульта у меня что делает, интересно? Короче. Тут нужно проверять. Подожди, а тут можно топаться на вышке? А как это сделать? Телепорт надо иметь, ну типа способность. Я встретил какого-то дракона в лесу, который дал мне в рот. Ну, это был Эрн. Я убил врага опять, ребят. Опять я. Да-да-я. Андрей,
Нажмите на зеленую иконку возле ебала персонажа, чтобы открыть его статы. Нажмите синюю иконку, чтобы увидеть ваши руны. Оу. Спасибо большое. Бля, почему у него такой огромный урон? Да чё он купил? Как понять, блядь? Кто из них Тристан? А, у него вот эта штука, какая-то печенька и... Меня не сломить. Так, а варды мой герой, я так понял, особо не ставит, да? Может ставит, а может не ставит. А что если я наверх приду? Мы будем убивать людей? Для Игнайт не повесил. Это вард. А, я понял. То есть, а, если я приду, тут никого не будет. Вот какой-то человек. Опа! Смотрите, тут ганг был. Я их обнаружил и съебался. Так это наш вард стоит там. Ну, я понимаю, там просто два человека было. Кроме варда. Что-то хотят от меня. Да что же это делается? Мне в мид пришел какой-то хер. Да почему любой герой убивает меня, блядь? Кто, 40, кто? 49% винрейт, чел. Любой герой, он просто подходит, я нажимаю на него все кнопки, и я сдох, блядь. Любой герой, притом он меньше меня на 2 уровня, блядь, был. Он был 6-го, я был 8-го. Он просто нажал на меня все кнопки, я сдох. Чё за хуйня, блядь? Какой-то чел с какой-то, блядь, секирой. Я тоже хочу быть челом с секирой. Почему я с пушкой хожу? Так. Эрик, я, конечно, немножко намекаю, но если бы я был в миде... Ты бы так же бы отсосал там какой-то дикий троч. Ну, чел, там дикий задрот. Он сумасшедшего уровня и скилла, скорее всего. А! А! А ну-ка, бля! А, убил чемпиона. Там, видел, он призыватель драконов, этот... Блин, я вот... Нормально, разменялись. Я не могу понять, что делает вот эта вот хуета. Когда ваша снежная буря... Какая, блядь, моя снежная буря? О чем вообще речь идет? Наверное, у тебя есть скилл, который называется снежная буря? Да, блядь, вроде нет. Этот скилл, типа, казалось бы, можно нажимать, но и как бы я не знаю, как нажимать его. На союзника? А, это на союзника вешается. Угу. Хм. А что если... Ну да, надо купить вот эту всю херню. Сколько стоит? 1400, ага. Скоро рассвет. Дурачок. Это дурбецл. На Тристане задр тебя я бы, да, потихонечку? Да! Гангеры, блядь, под вышками всё, убивают. Всё, я въебал давать буду. Давай. На Тристана без ульта, кстати. Опа. Нормально дал еще. Я бегу под мид. Так, ладно, как ты пнуться на свою вышку? Ну, если у тебя нет такой способности, надо выбирать, а, как килл и всё. Охуенно. У меня нет такой способности, к сожалению. Всё. Давайте глиф нажмем. Я бегу, бегу, Андро. Так, а теперь, значит... Легко было. Это что? Создаю связь. И что она делает, интересно? Когда можем этот боец применяет абсолютное умение около связанных с ним союзников, у него отображается снежная буря.
Что такое, блядь, абсолютный мень? Зачем они добавляют эти слова, блядь, которые я нихуя не понимаю? Опа! Вот, вот это, блядь, дракон! Мы уже с ним играли как раз. Видишь, Эрик, иди, блядь, это ебал, получается. Сука, я просто сдох, блядь, от чего-то. Я тоже не понял, почему так много говна. Но это какой-то дракон. Абсолютное ультимативное, я понял, блядь. Абсолютное умение. Это просто пролетел какой-то дракон и хуй знает, как его убить. Он какой-то очень крепкий. Бля, там какая-то жаба в лесу. Так, получается, я накидываю какую-то залупу. Как-то и не особо радуешься от этого, видимо. Опа. Борис Бритва и USSR опять против нас играет. Или за нас, а я против. Сейчас ты умрешь или нет, это бомба. А, нет, бомба говна. Бомба говна. Союзник убит. Чё? Это ты умер? Да. А кто тебя убил? Вот здесь нас прям ебут, если что. Это говноед вышел и убил меня там. Говноед, чувствую. Слева, слева. Вот это этот говноед, кстати, Ерик. Это он милый, чел. Не называй, не обзывай. Смотри, какой милаха. Пока не превращается. Но потом я уж не знаю, что будет потом. Те бабки зарабатывал. Он превращается в дракона какого-то или что? А, это он превращается? Ну, вроде да. Ну, говноед тогда. Ой. Что это, блядь, на пол ебало залетает здесь? Это... Нет, это не он превращается, блядь. Это вот этот чел! Не, там другого превращается. Вот, видишь? Ебать! Нормально, нормально! А, дайте 5! Как там, ёбурги или 5, как у вас нет, зовут? Просто так, просто в чат пишешь 5. Так, там снизу, если что, нас ебут вроде. Можно помочь. Можно вышку, да, наверное. Там, да лучше вышку, там пластины вроде убрали на склад. Да. Было такое. Я, правда, все равно нихуя не понял, как конкретно работает моя вот эта вот херня. Но я что-то там накинул на кого-то, ультанул. А, ты в какой-то морозной залупе, у тебя нет случайно описания, то, что, типа, ты усилен там чем-то? Знак озарения есть какой-то. Здорово, блядь, дружище. А, зять, тут еще есть люди. Приземлился на ебало. Блин, зачем на каждой шмотке по 10 разных каких-то умений? Совершенно не понятно. Ладно, я пройду, куплю шмоток. Бля, башню уничтожает, ну. Так, купил шмоток, ага. Не, ну нормас, чё? И это есть у меня теперь. Получается... Вот эту надо штуку взять еще. А подойдите на тележку кто-то. Ладно, на какую тележку? Сейчас поймешь, смотри. Но. Бам, плюс 90 дали? Возможно, я не понял. Там какая-то ёбка снизу. Пойдем на ёбку тогда. Смотри. Бля, там дракон меня выебал. Ну это... Но в сумме мы вроде победили их, да? А, ну нам сверху чел вышку, правда, пушит. Нормально, нормально. А чё? Бессмертный какой-то. Дракон выебал тебя, а я выебал дракона. Я только, опять же, я не понимаю нихуя про вот этот скилл, все равно. Все, на сноу руна, снежные огненные бури, на сноу прожигающие... В пизду. Где-то купить? Пускай эта игра... Пускай будет эта шмотка, но работает. Так, наша команда уничтожила башню. А где это мы уничтожили башню? Не, Зэй, так мы камбэкнули.
Так, ну-ка на тележечку сейчас, на тележечку. Нормас, нормас. А бля, я навсегда связываюсь, типа, с тобой. Можешь связаться со мной, я не против. Я кинул эту штуку, но не знаю, как это работает. Тут какой-то хер. А что делать-то? Надо координацию, я не понимаю, что делать. Ну ладно, все, да. Я почти все понял. Бля, хорошо, что я очень умен. Это мне очень сильно помогает. Да, это и что ты хочешь, блядь, малыш? Ладно, понял. Где Тима? Где Тима-то, блядь? Непонятно. Команда говна, блядь! Извините, ребят. Я просто so excited to play a computer game. Так, клятва рыцаря. Еще один айтем, который сейчас будем, блядь, изучать неделю. Назначает выбранного союзника вашим партнером. И подчеркнуто. Партнером. Но... Что ж, мы можем... Ребят, кто хочет стать моим партнером? Я хочу стать. А что ты даешь, когда ты партнер? Когда мы партнеры? Сейчас пока непонятно. Есть какой-то реген ХП, там что-нибудь такое, точнее лайфстил, я бы запартнерился с кайфом. Сейчас запартнеримся, подожди. Так, я сейчас появлюсь. Готов стать партнером. Вот, смотри, хлоп, мы партнеры теперь. Да, ополчение какое-то, слышь. Вестник огня. Когда партнер находится рядом, броня увеличивается на 20, а скорость движения при движении к партнеру на 15%. А, смотри, подожди. В твоем направлении я быстрее... А ты ко мне быстрее идешь или нет? Да хер его знает, что. Чел, я быстрее иду к тебе, потому что мы партнеры. Видимо, да, мы партнеры. Так, и дальше что еще? Надо бы низ пушнуть или что? Или ебаться хотим на меди? Короче, я понял, да, партнер это круто. Че, если цепанете, я здесь много дамажа могу выдать. Но сейчас я к вам выдвигаюсь в вашу сторону. Так, а что этот говноед хочет? Это он ульт нажал, да, или что это такое? Он покакал. Я выбрал партнера. Я пиздец, куда этот демон нас сажал. Я нихуя не понял. Я типа впитал какой-то дэмэдж, но все равно всем похуй. Да хер его знает, чувак, блядь. Я тоже ничего не понял, что вообще происходит в этой игре. Мы просто нажали все кнопки. Ну, блядь, ты вроде мой партнер, а тебя не было рядом. Я был. Я пришел. Когда ёбка началась, я уже был. То есть, во время секса твой партнер был на месте. Хорошо. Так. Ой, не хотел сломать нашу вышку. Это не Help. Зря, Save. Это не зря. Ну, на самом деле, все было на тоненького, типа. Все на тоненького. На тоненького. О, у меня новый щит появился. Только сейчас. О, смотри, сверху. Сверху что-то происходит. Так, там кто-то умер, это здорово. Так, чел, смотри, короче, я тебя опять назначил своим партнером. Ну что ж, отлично.
А что ты делаешь? Пока у них минус один, он делает. Делает, только чё? Ну, короче, когда я ультую, у него вот два айтема, я линкуюсь к нему. Когда я ультую, он наносит больше дэмэджа. Вот. И когда просто... Во-первых, я к нему быстрее бегу. Вот, у него из этой хуйни есть дополнительный дэмэдж немного, какой-то лайфстил. Хер его знает, спросить чуть полегче, конечно. Пиздец, я больно бью. Вышку мы смотреть как. И нет ее. А дальше, мне кажется, идти нам не стоит пока. Пока рано. Так, насчет лайфстил. Что это такое? Нормально. Мы на Шора хотим трахнуть? Да, смотреть. Почему нет? А у нас танки есть, чтобы трахать на Шора? Я твой танк. Я вышечку сверху хочу. Они забрать. Сломали вард почему-то. Так, мы тут сидим в кусте. И чё, мы на Шора хотим ебать, да? Они отошли, время пришло. Что-то у нас не так много урона по Нашору. Да нормально. О, противник еще убит. Ооо, ну все, ебать. Так и все, ебать. Смотри, смотри, покрадется какой-то дурбец. Чел, лучше отойди, я ушел. А я напомню, что твой партнер. А! Хелп! Как я ушел. Мы же давали в рот. Оказалось, нам не дали в рот. Мы ладно. Давали в рот нам. Башкирский скипетр. Меня не сломить. Что тут у нас есть? Заточка стать. Меня не сломить. Так, хорошо. Че, мид будем давать? Я иду уже давать им. Так, ну надо вот эту штучку взять, короче. Вот эту штучку, а потом вот эту. Ну так нам бы вампира подождать на самом деле сначала. Сейчас придет вампир. Партнер. Смотри, сверху ебут человека нашего, надо помочь. Идем. Нормас. Не, я вот мы сейчас были, короче, вот сейчас норм получилось все. Я не уверен, сокращаю ли я твой урон, но по идее ты хилишь меня, я дамажу что-то ты. Короче, твой герой похож на Бригит. Ну мой герой похож на Бригит, я пытаюсь разобраться, как эти артефакты вонючие работают. По крайней мере визуально сейчас. Короче, смотри, тут человек, давайте догоним, трахнем его. Давайте трахнем человека, почему бы нет? О, чел, ты такая пизда. Но это может пизда, но мы должны же разменять, не? Или что? Вот еще и этого, если убьем, то у них вообще ноль будет человек. Опять ебучий дракон. Ебать. А почему он настолько больно делает? Да чел, я не знаю. Возможно, у него какой-то ульт, типа... Как ульт Шейкера. Пиздец, как же больно. Ну да, это типа, это немножко неадекватно, он просто влетел во всех. Он по косарю бьет. Да. Опа, эйс. А как понять, типа, вот, где написано, сколько урона получено, как понять? Там статистика есть, сверху появляется же. Ну, дает он в рот, конечно, хорошо. Так, это мне уже 2400 денег, а у меня столько нет денег. Надо. И чё, мы на очке, что ли? Мне надо подлечиться. Не, нормально. Нужно подлечиться, и вот я подлечился. Ура!
Если так, партнер находится рядом, восстанавливает здоровье на величину, равную 12% от урона, нанесенного партнером вражеским чемпионом, а также перенаправляет 12% от урона, полученного партнером от вражеских чемпионов, в виде чистого урона. Восстановление здоровья и количество перенаправляемого урона уменьшено на 50% для чемпионов дальнего боя. Я вот с таким же ебалом сижу примерно. Так, сейчас сек, мне артефакт купить нужно. Блять, не купить. О, они сверху заходят, но они тут не все. Я взорвал, чего? Они не все, надо их ебать. Пизда, какая же им пизда, парни? Как же я ебу? Как-то догнать, замедлить, остановить. Догоним, я замедлил. Сюда, блядь. Поверили в себя, поверили, молодые. Как же больно бьют. Так все, заканчиваем, получается. 440. Смотри, цепану. А чё, у них все еще минус 3. А, ну времени нет уже, да. Нам предлагают дракона. Надо бэк. Блин, нормально. Нам бот пушит. А, да, у нас на боте ломают ингибиторы, нам тоже. Так надо перехватывать его. Убить бы её, да. Какого дракона, может, успеем? А. Может, мы ее найдем, успеем убить? Я думаю, она ТП вот лежала. Что это было? Так, опа. Блять, нас мало здесь, хотя похуй. Ну, это убьем просто быстренько. Убьем быстро, да. А дальше разберемся. О, они... О! Дракончика решили убивать, да? Кстати, мы же их видим на варде. Ворвать будут. Так надо их убить. Все, я ворвать. Я пытался. Мы забрали дракон. Да, опять дракон. Ёбаный урон. Что это, блядь? Я вообще не знаю. Мне тоже просто пизды приехало сразу. Хотя у меня скилл прожат, у меня там брони просто должна быть куча огромная, но как бы это никого не волнует. Чел, ну там у нас какой-то чувак, вот что это за герой у него? Демон играет, Диман 24/7, что это такое? Джин какой-то, он просто стоит из какой-то жопы мира, стреляет во всех, и все умирают тоже. Очень интересно, конечно. Так, 40%, 48% физического урона. Чистого 10 000. От кого? Кто это? Непонятно, вам похуй. Мне кажется, мы никого не сломаем. Конец серии убийств. Там пошел, блядь, и сдох. Так, а что-то мы тут авк. Так, партнер, ты где? А у тебя еще артефакты есть? Есть вроде. Там я до хрена все. Так, чел, вот тут еще какая-то залупа сейчас будет. Вот, смотри, вот залупа найдет. Бегу. Это враги. На помощь. Надо быть аккуратным. Может оказаться много. О, плюс 10 голды. Yeah. Смотри, они не вместе, у них сейчас сверху у них. Мы можем напасть, наверное. Опа! Так, что-то мы пока это, парни. Сзади надо. Опа!
Так а чё, по Гоу Барона, Гоу Барона, Гоу Барона, Гоу Барона. А, Барон есть. Парни, 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 парни. Парни, 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 Барон, 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 Барон. Потеем, потеем, потеем. И чё, по верхнему коридору пойдем там? Вчера один вышка стоит еще, алё. Мне похилиться бы. Я на базу. И чё, драка начнется, я тебя похилю, Андрей, своим лютым дэмэджем. Да, партнер, давай, я иду. С базы бежу. Да чё-то я, у меня очень много слотов. Ну, точнее, у меня фул уже. Красавчик. Ну, если не читер, конечно. Так, и чё? Ну вы, наверное, хотите, чтобы я сейчас ворвался и дал им... Ну, у нас нет человека одного. У нас нет человека, да. Ну мы под бафом барона, чё? Должны вроде давать ворота царе, у них тоже... О, они хотят человека убить нашего! Пойдем, поможем ему. Вот, смотри, стоит какой-то хер. Есть его заставить? Так а чё, поглубже может? Да-да-да. Ну и всё, ой, трон. Дракон, смотрите! Ебать он даёт, конечно, этот дракон. Это ты сейчас там был, да? Да-да, это был я там. Ну, я так понимаю, это просто какой-то чарик, который может ваншотнуть какого-то чарика, у которого немного хп. Блин, ну это был... И это был он. Соло, парень, соло. Ну как обычно. Нет, этот чел, вот, он вообще с нами в команде. Он реально, мне кажется, он считает, что он во всех играх, если победа, то это он сделал все. Типа того, да. Остальных не было. Это 2000 урона я получил магического. А, ну у этого чела, у этого дракона один магический урон. Вот он мне нанес 2100 магического урона. Угу. Типа его контрят, видимо, резист какие-то от... Резистики. Так, ну чё, я Тристане не терял духа, партнер. Я никогда не теряю дух. Ещё какие-то награды. Чё, играем ещё или это? Конечно, можно и прекратить. Агиста тут посмотреть. О, новый уровень дали. О, 38 тысяч нанёс. 30... Сколько я нанёс, интересно? Я нанёс 0, скорее всего, ну-ка. Так, а здесь есть стату посмотреть? А, вот детали. Ну да, 13 тысяч. Ну-ка, нанесу урон на всего, не то, физического, магического. А где хил? Ну-ка. Получено, установлено. Так у тебя не должен герой наносить урон? Не должен. Я не знаю. Мой герой типа танк, вроде как. Герой лучший, Андрей. Ты... Спасибо, спасибо. Сделал меня своим партнером и... Ну что, мы еще одну или все? Тут началось. Если мы... Просто непонятно, что делать, мы будем все. Если еще одну, то можно еще одну. Поехали. 30к вытанковал. Ну как, где это? Где, где, где? Так. Я Леона. Я еще раз хочу на этом героя. Это Тристана, если что. Ну ладно, его не переубедить все равно никак. Кого? Да, это вот Тристану нашу. Который просто на каждого героя показывает. Бля, эта хуйня меня ваншотает. Бля, эта хуйня меня ваншотает. Мой герой делает дипес, делает дипес. Просто еще бы знать, кто тебя может ваншотнуть, чтобы, ну, не подставляться. И было бы вообще охуенно. Ваншотнуть, я так понял, всегда кто-то может тебя. Просто понятие, знать своего противника в лицо. К сожалению, я не знаю. Типа дракон, например, вот этот, это было интересно. Говорят, Вейгар делает дипес, но уже все, уже Тристана. Тристана тоже делает дипес.
Да нет, несмотря на то, что я сдох миллиард раз, все равно там 30 тысяч урона были, значит, дипс был. Если бы я не сдох бы 13 раз, бы больше, да. Когда-нибудь получится не сдохнуть. Так, короче, на этот раз куда нужно топ... Я хочу быть саппортом. Куда мне идти? Вот я не знаю, дабл лайн, не дабл лайн, как, что, Андрюх, где? Погнали, погнали со мной. У нас нормально получалось. Бот. Туда, бот. Низ, дабла с керри. Все, я вниз пошел. Все, пойдем со мной, я керри. Ну, все. А, так ты вот это Леона. А ты не мид? Нет. Мне не понравилось. Вот мид очень длинный какой-то. Надо знать, что твой противник вообще сделать может. Не спрятаться под вышкой, так скажем. Потому что она хуй знает где. Я к доте привык. Андрей, это Габин. Я выучил русский ради тебя. Чтобы сказать, я скучаю. Возвращайся в дотку. Без тебя она умирает. С любовью, твой Габин. Габен, ты знаешь, я тоже скучаю, но уже поздно, уже слишком поздно. Я постоянно тебе говорил, что ты делаешь все не так с дотой, но тебе без разницы было, тебе было неважно абсолютно мое мнение, поэтому ты продолжал делать как есть, а вот теперь, когда потерял, начинаешь ценить. И все, вот так. Так. Мы разошлись своими дорогами. Но спасибо за алименты, Габин. Так, нужно купить себе что? Вот есть, например, меч, он дает 12 скорости атаки, но это лупа, есть ботинок. А это по ПТ-шке. Андрей, в Лиге Легенд есть строгая привязка. Нет, щиточек, как советуют, берем. Саппорты игра не может быть. Это птица в миде. Поэтому ты всегда должен. А, и у нас лесной черт. Должен, ну прям за нас так жестко черт, звучит, должен. Ну ладно, должен, так должен, чё. Так, панель рун. После обездвижения вражеского чемпиона ваши броня и сопротивление магии увеличиваются на 20 секунд. После этого вы взрываетесь, нанося магический урон ближайшим врагам. Далее, если вы ограничите передвижение вражеского чемпиона, он помечается на 4 секунды. Союзные чемпионы, которые атакуют помеченных врагов, восстанавливают себе здоровье в размере 5 плюс 1% от вашего максимального запаса здоровья в течение 2 секунд. После получения урона от вражеского чемпиона, его следующие мини-ли автоатаки до 3 наносят вам на 30 меньше урона. Продолжительность 1,5 секунды, перезарядка 45 секунд. Вы поглощаете жизненную силу монстров и вражеских миньонов, умерших около вас, навсегда увеличивая максимальный запас здоровья на 3 за каждых 8. При поглощении 100... О, смотри. Чел. На! На! Кто он, блядь, такой? О! Чел! Я подзадержу их! Нормально! Не рискуй так, не рискуй! Не трогай его, блядь! Ну втроем, чувак, ну втроем пришли. Втроем-то могут, конечно. Так, ладно, что-то там происходит, ну. И что делать? И что, блядь? Ладно, сейчас расфармимся. Сейчас прокачаемся. Ты пока качайся, я сейчас приду. Давай. Блин, надо было взять прыжок, наверное, тогда на первом. Прыжок! Ну кто же знал, что тут будет Хэнк? Никто не знал. Персонажей. Жеф Жук. Это, походу, лесник их вывалился, да? Ну. В Хэнк. Он тут где-то рядом лесничит. Я тут чел крипов ворует, тупо. Ворует? Бля, на сварт, Андрей. О, смотри, пошли вещи. Подожди, а я зарабатываю бабки, чел. Так я... Ты дашь мне деньги? У меня есть, да. Я каждый сколько-то времени ласхичу большого крипа, и ты получаешь за это бабки. Вот смотри, чел, сейчас будет у тележки пол хп, когда я ёбну по тележке, бей тележку. Чел. И мы с тобой оба заработаем с нее. Чел, мне нравится. Да, чел, смотри, а чё ты, блядь, здесь нахуй, блядь? Чел, она чё-то, блядь, нахуй, надо. Вот смотри, тележка. Хопа! И мы... Счёт! Плюс чел, бабки у нас. Бабки, блядь. А ты умеешь лечить? Нет. Это жаль, вот, конечно. Ну ладно.
что они что-то кидают, какие-то скиллы, а у меня, кстати, опа, ты пошел в секс. А, слушай, да? А он умеет, кстати, лечить, вот, например. Да, вот такой нюанс. Так, ну я сейчас, по-моему, запрыгну в них разочек, так, порофлить. Ух ты. Блин, очень много, на самом деле, жизни потрачено было. Принеси хилки какие-нибудь. Тут нельзя. А, метая игра, да? Видит меня или нет? Нет, не видит, значит. Не сдохни сейчас по зязе. А я не умру. Я буду аккуратней. Аккуратненько в ферме. Все, ну я на хилках побежал. Аккуратненько, аккуратненько. Не торопись никуда, не торопись, братан. Братан, не торопись. Повремени, не рискуй. Пытаются взять меня, пытаются. Сейчас возьмут они. Трюха, пытаются взять в рот меня, они у нас возьмут. Блять, они кастуют какую-то залупу, блять. Так, там тележку я опять хочу убить. Ой, я хочу, чтобы ты убил тележку. Так, подожди, что они, блять? Дрюха, смотри. Давай, очень. Давай, Максончика. Да, чел, не знаю, у меня коротенький. У меня хилки есть, я, но не уверен, что я могу юзать на тебе их. А вот телегу не хочешь съесть? Да, смотри, бам. Ое. Смотрите, что чел на топе пишет. А чё пишет? У меня в мьюте все. Предлагает меня пиздить врагу, что и он не может что делать. Не знаю, они... Ну я рофлю, чтобы ты жил. Не, так все вроде нормально у нас. Ну мы на кэче, качаемся. Аккуратненько, такой, лишних не впитывай. Блин, стики бы принести. Да, жиза. Жиза насчет стиков. Потому что они что-то спамят постоянно. Чел, что-то пизда, как больно. Да, у них есть какие-то скиллы, понял, которыми они кастуют у нас. Да, у нас есть пенисы. А у нас ну, есть пенисы. У тебя нет, кстати. Ничего, зато у меня теперь есть ботинок. Я маленькая, да удаленькая. Пока не особо заметная, если честно. Наконец-то ты сделал каминг-аут. Ты только не переживай. Мы твои фанаты все равно тебя оценим, и для нас ты все равно останешься... Мой чар не умеет лечиться. Ну, это на самом деле даже немного обидно, Хэнкок. Спасибо тебе большое, конечно, за донат. Поддержка вначале очень звучала здорово, приятно. Но ты, видимо, не понял сути, как бы. Как снайпер. Я не дотер. Я верю в это. Теперь я не дотер. Халагаю, спасибо большое за ресап. Точнее... За подарочный подписон. Вообще, если один чар, мы можем его трахнуть. Это тебе тяжело. Вот смотри. Чу. Ну, смотри, смотри. Бля, там хилы невероятные так, какие-то. Да, мы вроде... Сейчас еще раз можно будет развернуться. У меня КД скиллов. А когда... Блядь, ну она очень сильно хилит. Сказать? Ладно, у меня есть штука, которая немножко хил медленнее делает. Здорово. Я чё такое нахуй? Да, на шестая чел. Да, я вижу. Ой, ещё мужичок идёт. Меня героями. Не понял нахуй. А, ну там да, есть такая штука. Это значит у нас что за герой? А, это Кейтлин и есть! Вот снайпер против нас стоит. То есть у меня герой говно, а снайпер против нас играет. Понял. Премиум мального класса. Ну да, типа, она меня застрелила ультом, как ульта снайпера, типа, вот сюда, куда-то сюда, откуда-то отсюда. Ну, у меня герой бесплатный, кстати, а у нее за деньги. Опа. Смотри, смотри, фидить идет. О! Да там, на самом деле... Что это, чел, какие-то неуязвимости там кидают. Еще проблемка в том, что у них персонажи, ну, она типа выхиливает очень сильно еще. Ну и ладно, у меня герой на будущее, на самом деле. У меня танк, мне тяжело. Будем считать, что у меня тоже. У тебя 3 танка просто. Цели. Просто какая-то херня. Ладно, сейчас хотя бы маны у них нет. У меня есть... Я могу 3 трофея, 3 крипов убить с тобой, поделиться. С радостью это сделаю. Это здорово.
Да ебались, блядь, а? Кидают, кидают. У него реально мана бесконечная, да? Просто что-то кидает все время. Видимо, да. Так, смотри. Смотри, бать, сейчас покажу тебе ласт хит. Да. О, тележку. Телегу бить? Да. Работаю, понятно. Там тыпаются от нас. Да, они сейчас приедут от огромными. Не, они ошиблись, они ошиблись. Пока их нет, мы качаемся. Да. Они дали нам спейс. Мне нужен шестой, и я пороумил бы чуть. Мне кажется, я пошел роумить уже. Ну, крайне зайду в мид. О, смотри, тут человек. Мы можем его убить, или он может нас убить? Как ты думаешь? Я просто не знаю, что он делает, в принципе. Я думаю, он сдох. Ну, да, у нас получилось. Блин, кстати, 300 голды за каждый фраг. Тут довольно много ты получаешь с фрагов, надо сказать, с уверенностью. Да, 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 да. Так и есть. Так, ну что, против этих теперь на линии делать? Очень мало фрагов происходит. А у тебя ульта есть? Есть, но она посредственная. А что она делает? Она наносит урона 3 сотки и откидывает людей назад. Я понял. Ладно, на самом деле нам надо будет кого-то убить, все-таки попробовать. Ну или сдохнуть, или убить. Когда у меня ульта появится только. А что ты умеешь делать? У меня типа она стан как бы делает. А, это хорошо. Я пошел. Вот эту девочку. А, ну она блинк нажала. Нам пизда. И чё, всё. Хил? И какой-то хил ебучий еще. Это просто какой-то чен. Это чен, а мы совсем член, получается. Да, именно так. Блин, ну я надеюсь, что это был ульт ее хотя бы. Что именно, хил или... Ну вот этот хил на полстолба. Надейся. Ничего, ничего. На перспективку работаем. У меня, правда... О, смотри, 4 фрага и все на мне, чувак. Это тактическое. Так, ну тут мы фармим просто, уверенно очень. Давай, давай, чел. Ну, было несложно. Так, у меня, кстати говоря, есть подхилыч на драчку, если... Мне надо разменяться и на базу идти. Я попробую ворваться. Мне кажется, вот этот саппортика надо убивать. А чё теперь я? Чё-то... Что это? Да почему, блядь? Понять не имею, чел. Опа, он ультанул меня, но высосал. Нормаш, нормаш, блядь! Нет! Сука. Блядь, ну дежурный какой-то нахуй стоит здесь, и тебе сейчас тоже пизды даст. Да? Да, походу, может дать. Дежурный. Я не знаю, что он делает. Может он меня убить или нет? Походу, но он как-то... Но он выглядит так, как будто может убить тебя. Чешмурный. Все, ладно, я полетел на хату тоже. Не, ну а чё, слушай, ну мы дали им в итоге-то. Мы им дали. В итоге ремня, ремешка было? На, был ремешок? Накинули, да, да, да. Но на камбэке чё, отыгрываем же. Yep. Скоро рассвет. Так, ну слушай. У тебя есть там скиллы? Вообще-то саппорт тут раз сдох очень быстро. То есть, на самом деле, если мы в него входим, он не уходит, скорее всего. А сейчас она тут тоже одна, типа, получается, да? А что такое? Ну, ёб твою мать, чел. Чё нахуй... Охуенно.
А ну-ка, ремешка. Чел. Бля, я не знаю, это бредовая какая-то хуета, честно. Чел. Я притом, поджег ее, еще нажал все магии, и она все равно, блядь, живет, реально. Это залупа как-то отхиливает еще полностью, не тратя при этом ману. Это какое-то безумие, блядь. Получается, в лоле тоже герои все поломные, нахуй. Ну, ты играешь на Тристане, напомню. Да. Притом целенаправленно. Да. Да-да. Короче, нужно убивать Максончика, очевидно. Что убивать эту женщину с ружьем просто так не получится, судя по всему. Так, ну да. Слушай, а реально, смотри, у Максончика, оказывается, нет эскейпов. Да, да, я говорю, Максончик, типа, мрет, как муха. Это вот этот, он умеет прыгать, судя по всему. Что-то такое. Ну, по таврам, наверное, это убивать не будем. Нет, по таврам не Блин, стоит. Мне нужно помочь тебе вот так вот. Конечно. А и третью тележку еще находится, пожалуйста. Так. Привет, Антон. В лоле помимо воющей бездны сейчас доступен. Ну нормально, режим на самом деле, нормально. Попробуйте. Я размениваюсь, мне хорошо. Получите удовольствие. Красиво. Всех благ. Я не, взял мы что-то новое бритву, изучать уже не очень хотим. Бритву. Сейчас возьму скоростную пушку. Кстати. О, так я тоже могу вернуться на базу и купить айтем. Так я и сделаю. Все мы играем в доту. Но в душе латентные лолеры. КП приди. Каждый немного лолер. Опа. Прыжок. Так, интересно, мне вот беглый огонь максит все-таки или... Наверное, беглый огонь все-таки. Так, чел, сейчас я смогу на тебя накидывать этот самое. Мы будем партнерами, да? Не, пока что мы еще не полноценные партнеры. Вокруг у вас снежная буря, автоатаки союзника усиливаются огнем. Скорость прижимания врагов в буре уменьшается, автоатаки союзника поджигают цели. Короче, эта херня просто, блядь, бежит. Короче, чел, сейчас мы ворвемся, и ты будешь сильнее жарить, и я буду сильнее жарить. Ну, если готов врывать. Ты врывайся. Я только вижу момент, сразу врываюсь, да. На Максона что на этого. Хотя мне кажется, что мы ее трахнем, эту женщину, сейчас. Вот сейчас, блядь, можно. Да. И чё, блядь? А, чё, а ты чего, пришёл, куда? Блядь? О, блинк прожал. Ай, ради бога. А блинки — это как бы местные обилки, типа вот у меня хил пососан, а есть блинк, да? Да. А могу ли я взять себе блинк? Или он, типа, за донат? Не, там с левелом. С левелом, да. Ладно, я хил нам нажму. А чё, мы, может быть, убьем прям под вышкой бомжа? Да не, тут вышки очень ебут сильно. Так мы и тоже ебем сильно. А это Сайленс. Кирилл. Так, о, смотри, бэк. Смотри, этот бежит. Так куда он бежит, блядь? Не, чел, вообще нам пизда. Да, слушай. Если бы знать, что он делает, но делает он больно, вот что я понял. Так, окей. Это я купил. Че, а почему он не умирает? Я не очень хорошо знаю. И сейчас он тоже не умер. Там какие-то блоки урона есть. То ли у Максончика у этого, то ли у ХЗ у кого. Да, интересно. Башня что-то ему бьет, еще что-то ему поебать вообще полностью. Блин, а эти пластины, да, отвалились у нас? Вышка пипец проседает. Они на 14 заканчиваются. Кажется, это минус вышка по такому поводу. Да, но этого чемпиона я вот что-то не очень понял.
Типа я в него фул проказ дал. Короче, ладно, пошел он просто нахер. Вот так вот. Че, теперь мы разбираем тогда, демонтируем тувер? Да, можно, можно. Они в мид пошли. Там в мид пошли эти ребятки с нашего лайна, по идее. Ты отчаянный. О, тележка моя и один милишник. Они все равно возвращаются, Андрей. Хотят нас. Мы идем, мы идем. Привет, Дред, советую купить танкер, но если у тебя это кайповый персик, да, 300, но лучший персонаж для получения боли. Всего вам хорошего меньше, чем куча. Просто убежал грибы, от нас. Грибы. Персонаж Тима ставит всякие грибы вонючие. Грибы? Да. Можем дракона. Я пойду в вышку сломаю. Или не может. Кстати, меня убили, но это... Да, у нас разве же это меня когда-либо волновало? Так. И вампирский скипетр купить еще надо. Хорошо, хорошо. Бомбочка работает на вышке. О, надо мне, надо... Блин, ну твой персонаж, он очень сильно по экономике бустит, конечно, нас. Это не из-за персонажа, это из шмотки. А, это шмотка? Понял. Твоя шмотка очень сильно бустит нас по голде. Да. Я ну, весь просто в золоте. Мне убить вот эту хуйню. Только мне надо собрать. Нормально разваливаю эту тварь. Ладно, это такая себе идейка. Так, смотрите, снизу персонаж какие-то ходят. А, нет, там никто не ходит, оказался. Так, я подхожу, нет. Давай. Бля, чем тут занимаются люди вот такой ситуации? Пушат какую-то линию или что делают вообще? Что делают? Ну, все как в доте, мне кажется, пушишь на вышке. Твой этот, лайн. Смотри, наших ебут. Я не помогу. Может, вам, да. К сожалению. Ебать. Простите. Можно ли поинтересоваться? 521 выстрел в голову, 188. Главный козырь. Интересно. Интересно, да. Короче, мне нужно купить себе Кейтлин и играть на ней, я понял. Это, походу, реальный герой. Это как Тристана, только нормального человека. Она тоже стреляет, только, типа, эффективно. Как бы. Так, ну что, ёбочка, гоу. Кейтлин хуйня из жопы? Вполне вероятно, но Тристана тоже как бы, судя по всему. Так, а мят там вообще нет? Или вы ебете? Аки демоны, а Андрею бы помочь, его там трахают. Так, а смотри, вот она тут, эта девочка. Так, а мы же убили кого-то там, одна, да? Одна осталась. Я убил врага, сюда. Да, мы кого-то убили. Даже двух. Двух чародеев убили мы. Двух чемпионов. Блин, это местная Винтер Виверна у нас? Да хер его знает, чел. Она ебёт. Бля, Тристана, конечно, великолепный на самом деле снайпер, который просто прыгает вперед на врага. Да. Ну, типа, понял мем в том, что она как бы стреляет, но рейндж атака очень маленький. Это ни до кого не дотянуться. Как бы, по идее, этот ракетный прыжок, он защит. Escape, а не, да, не нападать, но просто хочется начать ебать с кого-нибудь, поэтому ты прыгаешь ему на лицо. Но он откулдаунивается, если ты убил человека. Это что за высер? Так, а зачем эта точечка здесь, не понял? А что за грибок? Значит, а это вот
кто-то сажает грибы. Это значит, у них вард есть, и он нас видит. Я нажал просветку, там нихуя не это самое. Не, он поставит. Вот здесь, смотри, точка, я нажимал просветку свою, ничего не было. Не получилось. Мы можем ебать их? Мы уже пытались ебать их, но не закончилось это хорошо. А, я наступил. Я наступил на какую-то залупу, у меня минус все хп. Легенда. Легенда. Хватит поймать меня. Что, не получится у тебя? Дурень. Так, НСК, я иду. Я ожидаю. Да блять! Сука, ты тут сидишь, да? Его тут нет. А, он здесь был все это время! А он что, невидимый, что ли? Ну, я имею в виду, я же тоже в куст запрыгнул, почему я его не видел? Он спрятался там? Почему я его не видел? Сука, игра, блять! Тут наебалово какое-то сплошное. Смотри, где он? Почему его не видно? Куда он пропал? Чел, я хуй знает. И он умер при этом, то есть его не было, но он сдох. Чего? Это, блять, волшебство какое-то. Пишут, что Тима становится невидимым, когда стоит пару секунд. Сука, волшебство. Волшебник, блин. Кругом одни волшебники. Я еще и просветки нажал всякие, он все равно видим был. Ну, то есть невидим. Видимо, инвиз невидимость. Почти. Жиза. Может, дракончик нам походу, если... А, дракончик. Пойдем. Можем? Вот. Тристан уже на подходе. Я, ну, надо мид ломать. Если, блин, надо, давай сломаем. Грибы реально очень больно делают. Да, грибы мерзкие, но это как текис. Нам бы хилера текис какого-то, вот как бы, по-моему, у нас ни в одной игре еще не было их, да? Как ты, ну, видимо, да. Вроде... Нет, я не хил. Не, ну ты хилил в прошлом. Я хилил, но это одна из семи игр, где был лечащий врач. Блять, чё? Блин, вообще? Мне по-хорошему нужен... Короче, мне нужен партнер, который не дохнет первый всегда. Я могу не умирать. У меня одна смерть. Да, у нас у всех, много у кого одна смерть. Кроме Ярика, у него 11. Это как одна, только 11, чел. Ну, смотри, я на тебя лайфстил накинул. Чувствуешь его? Да. Запартнерил тебя. Так, вот. А что жаба? А, ну дэмэдж у тебя я ебу, конечно, блять. Чел, это нормальный урон, алё. Ладно, погнали драться. Давай. Я там нашего чела убил. Проебали. Не, сдаемся. Не сдаемся или сдаемся? Не сдаемся. Что, Overwatch? Тогда нет. Здорово, Сань. А мы тут в лольчик. В лольчиком балуемся. Блин, как же птица разъебала всех. Ну вот. Смотри, какие-то бессмертные. Птица! Воскрешение? Что? По-моему, ему похуй. Нет, ладно, показалось. Добить, можешь добить. Па! Ах! Так, Тристана на подходе. Не, короче, я понял. Суппорт прям полностью мне это не очень устраивает. Это тоже потенциально очень крутой герой. Надо у него там кэри нового поколения. Дизейбл и так далее. Надо, да, что-нибудь, чтобы можно было тоже разъебывать. Как на Тристане, да?
Да, 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 я вот как раз о ней подумал сейчас. На нахуй. Бля, ебаные грибы заебали, просто пиздец. Это гриб? Вон гриб, или что это? Хорошо. Да, ты влетел. Пойдем вон внизу, все. Началась дота, началась дота, началась макро игра. Лоллер не знает, что это. Убиваем нижнего чела. Ой, блять, я еще гриб съел один. Чел, чел, помоги убить нижнего чела. Да мы все, мы уходим уже. Нас грибы заебали эти. У нас все лицо в грибах. Я ебу человека. Хороший. А знаешь, сколько я отнял ему хп? Ноль, блять. Хороший вопрос, почему, но он не умирает. Что за герой вообще? Мальхазар? Ну я как бы изучаю игру на Тристане. Мне нравится. Так, мне нужно 1925 монет, а у меня есть 1500 монет. Битер уничтожен. 1700 есть монет. Так, чуть-чуть надо нафармить. Взять предмет, будет дико ёбка. О, смотрите, снизу, кто это такой? Мы можем его убить? Последний раз, когда я попробовал, я ему не отнял ни одного хп и сдох. Нормально, сейчас получится. Вот, смотрите. Че у меня с хп, блядь? Я их, по-моему, гниешь. Не, мы его не догоняем. Ни шагу назад. Ваша башня уничтожена. Так, ладно, все, я беру предмет, дорогие друзья. И иду на верхах ебать. Только чуть-чуть подождите, пожалуйста. Так, все, ну на, что, ебать, это наша тема, погнали. Так, сейчас надо купить тут кое-что. Блин, тут не все, я бы ворвался с большим кайфом. Да, я иду врываться. Ну а Савка один человек стоит вообще, к сожалению. Да? О, смотри, смотри, что это такое? Бля, он уходит от нас, да, или что? Нет, хорошо. И тут я убил врага, да. А что за побарону, кстати, да? Нету его, что же убивали. Так, ну а их они мало? Дракона убили, они дракона убили. А, так пойдем их там ебать. Они сами на нас пойдут сейчас. Так, а мы на них, нас же больше. Блять, ебаный гриб. Минус пол хп тупо. Же... О, пошла ёбка. Смотрите, за мной какой-то человек гоняется. А почему ему вообще похуй на всё? Ну, мне кажется, мне отдали два ульта, потому что это было слишком больно. Я почти в этом уверен. Не, я думаю, что там не надо. Мне кажется, нам просто и хуем по губам... мне два человека поводили, и вам четверым два человека поводили только что. Ну да, так и было. А, сейчас я скажу. Runaway group. Значит, ник у человека. У него герой называется Мальхазар. Что это за герой? Какой-то абсолютно... Блин, короче, походу еще один премиум герой. Это вот этот лысый хуй, который в лесу дерется кулаками. Так, а у нас 4 победы. Говорят, Мальхазар слабый, но не знаю, не знаю. Я ощущаю как-то у себя во рту слабость этого героя. Бля, о, смотрите, парень, Тима. Чуть-чуть надо. А чё, блядь? Давай, давай, я уже разъёб... Ой, не вышло. Привет, Артем. Похоже, пришли времена, когда на вопрос, в лол или в жоп, ты выберешь оба варианта. Ну ладно, у нас Тима на базе уже стоит. Короче, да, я понял. На суппорте я не хочу больше играть. На Тристане, кстати, тоже больше не играю. Но, если честно, я подустал от лола, я бы сменил киберспортивную дисциплину. Да, да, плюс, он реально заебал.
Слишком много новой информации, от него башка уже болит. Это даже при том, то, что я играл в него, мне все равно, блядь, сложно. Но это прям, Ярик, твоя кульминация была. Я проверял героя, начал. Сейчас не. Ты будешь демонить концерт, ты охереешь. Я закомментил, Ярик отличный координат. Ну, все правильно. Че, овердроч? Ну, я в доту зашел уже. Не знаю, парни, мне похуй, меня что-то уже поплавило после лола, пиздец просто. Так, ребята, общий урон 17 тысяч. Все, ладно, закрыл лол. Выйти из игры, пожалуйста, выйти, да. А, ну, насчет, значит, доты. Насчет доты, что я хотел бы заявить здесь. Доту, мне кажется, только если что-то посмотреть. В общем, на самом деле... Не знаю, как ты планируешь провести ближайшие там час, два, три, пять, десять, сто. Но там, по идее, Кирилл рассказал, что попозже они вернутся, и в овер можно поиграть. Можем их подождать, типа, что-то поделать пока что. Ну, это зависит от того, когда они вернутся. Ну да, ну непонятно. Он сказал вечером, но уже вечером. Yep. Ну, я если бы в овер играл, то сейчас. Если что-то, ну, ничего не будет, то пойду отдыхать тогда. Дашкевич приходил, тоже Overwatch говорил. Так, ладно, я пока отойду, все равно недолго. Надо передохнуть немного. Ну, я тогда буду закругляться. Не, давай. Давайте, давайте, ребят. Кирилл пишет, что, типа, они вернулись и делают пиццу. Не знаю, что это значит с точки зрения сбора. Я думаю, это позитивно отразится на общем сборе. То, что они покушают пиццу? Я просто имею в виду это по времени. Что значит делаем пиццу? Это может значить, например, что купил пиццу готовую и засунул ее в духовку и жду. А может значить, что купил... тесто и раскатываю его, а может, и скоро буду типа кидать на него все, а может, значит, что взял муку, яйца, еще там еще тесто делается, типа, и начал делать тесто, вот. Ну ладно, ты пока уточни, а я еще вернусь. Давай. Так что, чел, может в Overwatching, там, Clocking, or... No, yes. Слушай, это или можно... Или уходить с профессионалами пойти играть, а не со мной вот это вот пранки. Нет, смотри, ты как хочешь играть в Overwatch? Сколько по времени? Ну, часульку. Ну вот сейчас, короче, Андрей придет, и мы решим. Он отошел просто. Я, в принципе, да, мне кажется, можно было бы пойти. Еще как лол, интересно? Ну, слушай, честно сказать, не очень. Не очень? Да, не очень. Ну, мне не очень интересно. Во-первых, я... Как сказать... Лучший в мире. А, не, обратил внимание, что вот мне там советуют арты разнообразные, а они все из одного и того же делаются. Это довольно странно. Как-то я не понял. Но это, может быть, так показалось. Во-вторых, ну, не знаю, не хватает, может быть, чела просто, который бы более-менее разбирался и немножко говорил бы, что делать, как координировал бы. Потому что не очень понятно. Стоишь на линии, а дальше что? Ты чего не взяли чела, который поможет вам? Ну, нет такого чела. Здорово, чела. Здорово. Здорово, здорово. В этот, как его? Если Саня пойдет, то, в принципе, я могу поиграть немножко. Вы же Unranked пойдете. Угу. Вот, а Unranked это и ливнуть можно, и там сразу замен. Ну, короче, Unranked я могу и сейчас. А что там такое? Уходить нет, надо будет, что ли? Не, я просто рабочий, знаешь, ну рейтинг, это же ответственное дело. Ну, это через часа полтора только. Вот. Андрей придет, непонятно, он куда-то отошел. И, ну... На самом деле, тут надо как сделать? Тут надо просто запустить Overwatch уже и сидеть в нем. И тогда, скорее всего, мы будем в него играть. Я так и сделал.
Мы теперь солдаты. Опа. Бля, я вас добавил играть в Overwatch, а мне надо отойти минут 40. Сорян. Чётко. О, мне дали генти бедуина. Ребята... В общем, как вернусь, напишу, если будете еще. Давай, это Ганзо. Сорян. Чё, влодчик вам не понравился? Влодчик вам не понравился? Ну, средний, средний. Сейчас, сек. Короче, лольчик такой. Такой. Ну такой. Такой. Какой-то он такой, вот весь такой непонятный. Так, я здесь. Интересно, почему все просят Саню простить нас? Я так понял, вчера просто у них что-то случилось.
Да, ладно, хорошо. Сегодня что, что было? Что было? Ты о чем вообще, чел? Ты с кем разговариваешь? С чатом. А сейчас было. Саня, хвостом сейчас на стриме про Крым. Заруинили стрим по темами. Так Саня вроде не стримит сейчас. Ладно, это, блядь, уже как хотите, ребят. Блин, башка что-то болит весь день. Таблетку съел, не помогает, сука. Поныть надо, может быть, тогда пройдет. Блин, не, Лолец. На самом деле, Лолец, он прикольный, конечно. Но там очень надо микро хорошо все это делать. Там Марпл выпустила дисс на хейтеров, чел. Yeah, boy. Haters gone.